существа. Уважаемые депутаты, приглашенные, сейчас заканчиваются последние технические моменты, и мы скоро начнем. Пожалуйста, подождите. А пока ждете, я хочу сделать небольшое объявление. В связи с техническими особенностями видеоконференц-связи при многочисленных запросах на выступление ведущий будет выводить на экран не более трех дополнительных выступающих. А все остальные запросы мы запишем и будем выводить запросивших по мере того, как будут, ну, вопросы зададут первые, и их мы отключаем, подключаем следующих. Поэтому, если вы запросили и вам пришло, что вас запрос отклонен, не пугайтесь, мы всем предоставим слово. Большое спасибо. Подождите, сейчас скоро начнем. Хорошо. Может, свет включить? О, свет. Свет включите, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Начинаем работу заседания. Начинаем заседание законодательного собрания Владимирской области. Для работы нам с вами необходимо провести поименную регистрацию. Я сейчас буду называть каждого депутата поочередно, как это было в прошлый раз, и приглашать на трибуну. То есть там кнопочка, найдете кнопочку такую. При этом у вас должно появиться окно с приглашением выступить. Вы принимаете приглашение, дожидаетесь, когда ваше изображение появится на экране, и подтверждаете свое присутствие. После этого перехожу к следующему депутату. Начинаем. Да, пожалуйста. У меня нет списка. Список мне дайте, пожалуйста. Да нет, кнопочку мне здесь, вот дайте мне, сделайте. На экране-то сделайте, что бегать туда-сюда. Проверить надо будет. Александров Вячеслав Олегович. Вячеслав Олегович. Добрый день, Владимир Николаевич. Что-то все, да. Будьте готов. Спасибо. Добрый день. Спасибо. Будьте готов. Алтухов Иван Павлович. Добрый день. Всегда Иван готов. Спасибо. Работаем. Антов Павел Генрихович. Добрый день. Хорошо. На месте. Все, спасибо большое. Бирюков Сергей Евгеньевич. Сергей Евгеньевич, вас не слышно. У вас, возможно, микрофон включен. Ведущий включил микрофон, написано. Здравствуйте, спасибо. К работе готов. Спасибо. Гаврилова Инна Евгеньевна. Все, Инна здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Гавырин Алексей Борисович.
Алексей Борисович Говырин. Да-да. Спасибо. Гаврилова Лариса Александровна. Опять Говырин чем-то вылез. Гаврилова. Так, стоп. Куда делась Гаврилова Лариса Александровна? Да, Гаврилова Лариса Александровна появилась. Добрый день. Лариса Александровна. Добрый день. Все, вас слышите, да? Дюженков Александр Витальевич. А добрый день, слышу хорошо. Емельянова Лариса Николаевна. Слышу вас. Здравствуйте. Все хорошо. Здравствуйте. Каинов Роман Валерьевич. Коллеги, здравствуйте. Иван Николаевич, здравствуйте. Слышу, вижу хорошо. Спасибо. Казаков Сергей Валентинович. Да, добрый день. Все нормально. Слышу вас всех. Всех приветствую. Опять деревня? Все. Картухин Вячеслав Юрьевич. Добрый день, Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, все в порядке, на связи. Спасибо. Кирюхина Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, вы слышите? У вас звук не работает, Ирина Михайловна. Звук включила. Все, спасибо. Ага, спасибо. Глюев Антон Вячеславович. Коллеги, добрый день. Слышу, вижу, прекрасно. Корнишов Сергей Викторович. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Николаевич. Кочеляева Анна Юрьевна. Анна Юрьевна, вас не слышно. Микрофон... Я вас слышу. А, все, слышно, ага, слышно. Да, все. Лаврищева Елена Евгеньевна. Елена Евгеньевна, вас не слышно. А, слышно, все, звук. Коллеги, включите, пожалуйста, все звук. Людков Иван Игоревич. Да, Владимир Николаевич, приветствую вас, всем коллегам привет. Вас слышно, видно. Все, спасибо. Лашманов Игорь Викторович. Так, Лашманов Игорь Викторович еще раз. Скачет. Да, Владимир Николаевич, добрый день. Добрый день, коллеги. Меня хорошо слышно? Я да, вас хорошо спасибо, вижу. Спасибо. Максюков Михаил Юрьевич. Здравствуйте. На связи. Здравствуйте. Марин Андрей Владимирович. К работе готов. Нефедов Александр Ильянович. Здравствуйте, коллеги. К работе готов. Ронина Наталья Геннадьевна. Наталья Геннадьевна Пронина, еще раз. Добрый день. Появляется. Добрый день. Рожков Дмитрий Анатольевич. Добрый день, Владимир Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Алексей Михайлович Русаковский. Добрый день, к работе готов. Добрый день. Сидорко Антон Сергеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Всем хорошего дня. Добрый день. Так, Смирнов Петр Анатольевич. Не слышно, Петр Анатольевич, микрофон включен. Микрофон включили? Скажите что-нибудь. Добрый день, готов к работе. Добрый день, все хорошо. Усов Андрей Александрович. Здравствуйте, к работе готов. Спасибо. Фатеев Андрей Викторович. Добрый день, коллеги, готов к работе. Филимонова Наталья Сергеевна. Вижу, слышу, прекрасно. Спасибо. Хабибулин Шамиль Рафаэльевич. Коллеги, здравствуйте, всем хорошей погоды. Цыганский Александр Васильевич.
Александр Васильевич, не слышно. Добрый день. Спасибо. Чижов Олег Александрович. Добрый день, к работе готов. Добрый день. Шевченко Максим Леонардович. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Коллеги, по результатам голосования у нас в заседании присутствует сколько? 35 депутатов. Очередное заседание законодательного собрания Владимирской области объявляется открытым. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, депутат Гаврилова Инна Евгеньевна награждена медалью Союза городов воинской славы за значительный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы вас поздравляем, уважаемая Инна Евгеньевна. Коллеги, в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания в режиме видеоконференции у нас принимают участие Сипягин Владимир Владимирович, губернатор Владимирской области, Хохлова Ольга Николаевна, член Совета Федерации, Мамеев Сергей Станиславович, главный федеральный инспектор Владимирской области, Туликова Ирина Валентиновна, председатель Счетной палаты Владимирской области, представитель губернатора Владимирской области Кузин Вячеслав Павлович, первый заместитель губернатора, директор департамента финансов, и Ремига Александр Александрович, временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области. Коллеги, я напоминаю, что на сегодняшний день, на сегодняшнем заседании у нас установлена следующая продолжительность выступлений. Для докладов до 5 минут, для содокладов до 3 минут, для выступления в прениях до 2 минут, для повторного выступления при обсуждении, для процедурных вопросов до 1 минуты, для вопросов, которые задаются, до 30 секунд, и для ответов на вопросы до 1 минуты 30 секунд. Просьба, коллеги, придерживаться регламента. Ну, понятно, что регламент жесткий, но... Мы... Так, пожалуйста. Еще раз напомните, как у нас голосуют. Сюда подойдите. Не каждый здесь находится. Так, да? Угу. Коллеги, кнопочка реакции, да? Помните? Нажимаете, значит, если за, нажимаете yes, если против no, и воздержались, не убегайте. Как воздержались? Да, еще раз, просто продиктуйте все всем. Да. Уважаемые коллеги, для того, чтобы проголосовать, в нижнем правом углу у вас есть панель из 4 кнопок серых. Вторая кнопка называется «Управление конференцией». Там есть вкладка «Участники». И внизу этой вкладки «Участники» есть кнопка «Реакции». Открываете кнопку «Реакции», у вас появляется панель, состоящая из кнопок. Для того, чтобы проголосовать «за», нажимаете «yes», для того, чтобы проголосовать «против», нажимаете «no», красный квадрат, «воздержался», оранжевая рука поднята. Коллеги, мы прекрасно понимаем, что не каждый день работаем с этой системой, поэтому, естественно, что кто-то подзабыл, поэтому давайте, просьба, я вот сейчас спрошу реакцию, и еще раз мы проголосуем за повестку дня. Давайте. Кто за то, чтобы утвердить повестку дня в первом чтении, принять повестку дня за основу, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, 27-28 проголосовало. 31. Коллеги, просьба голосовать. Гаврилов не проголосовал. Сергей Борисович, смотрите, кто еще не проголосовал. Пронин не проголосовал, Пронина. Проголосовал Пронина? Нет? Пронин проголосовал, кто-то еще один не проголосовал. Сергей
Все проголосовали? 34 у нас, значит, депутата. Так, коллеги, есть ли предложение по... повестки дня, пожалуйста. Евгеньевич Бирюков. Что-то технически не подключается он к чему-то. Давайте пока тогда Михаил Юрьевич Максюков подключается. Угу. Уважаемый Владимир Николаевич, предлагаю включить дополнительным вопросом в повестку дня вопрос о введении в действие специального налога режима налог на профессиональный доход. Хорошо. Коллеги, еще предложение. Да, Сергей Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, прошу внести в повестку два дополнительных вопроса по итогам вчерашнего заседания комитета. Первое. О проекте закона Владимирской области о государственном обеспечении социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И второе, связанное о проекте закона Владимирской области о внесении изменений в статьи 1.6 закона Владимирской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Спасибо. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще вопросы дополнительные? Нет вопросов, тогда переходим к голосованию по каждому вопросу. Не спите. Ну что ли сидишь, спишь? Нет у меня ничего. Где? Так, Михаил Юрьевич Максюков предлагает включить повестку дня с дополнительным вопросом о введении в действие на территории Владимирской области специального налогового режима налог на профессиональный доход. Пожалуйста, коллеги, вопросы есть? Вопросов нет. Тогда переходим к голосованию. Кто за? Двадцать девять за, 1 против, воздержавшихся нет, ну и 4 человека почему-то не проголосовали. Сергей Евгеньевич Бирюков о государственном обеспечении социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Идет голосование. Тридцать три за, против нет, 1 кто-то не проголосовал. Внесение изменений статьи 1.6 закона Владимирской области о наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пожалуйста, вопросы есть? Идет голосование. Тридцать четыре за, против нет, воздержавшихся нет. Кто за то, чтобы принять повестку дня, утвердить повестку дня в целом, прошу голосовать. Идет голосование. Тридцать четыре за, против нет, воздержавшихся нет. Коллеги, у нас с вами поступили письменные заявления депутатов Федорова и Шатохина по голосованию. Письменное заявление приобщается к протоколу заседания законодательного собрания. Коллеги, переходим к первому вопросу повестки дня. Согласование кандидатуры Ремиги Александра Александровича на должность первого заместителя губернатора Владимирской области. Слово для предоставления кандидатуры предоставляется Сипягину Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги, депутаты, уважаемый Владимир Николаевич. Перед тем, как... Не видно нам, да? Слышите меня, да? Слышно, но не видно вас. Ну, это вопрос технический тогда.
наверное, техподдержки. Техподдержки, как у нас там? Ну, может быть, камера у вас отключена? Надо посмотреть, там у вас есть кто-то из технических сотрудников рядышком? Рядышком есть. Сейчас вот, наверное, налаживаю как раз. Да, пусть посмотрит. Коллеги, дайте комментарии какие-то. В чем проблема? Потому что камера работала. Попробуйте, да? Пожалуйста. Работает. Наберите, пожалуйста, техническую службу губернатора. А они здесь у меня, Ваня. Да-да, все, заработало. Заработал, Ваня. Заработал. Угу. Спасибо. Добрый день, да, еще раз, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты. Добрый день. Я бы хотел перед тем, как представить кандидата на должность первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Александровича Ремигова, несколько слов сказать об очень важном проекте закона, который вам сегодня предстоит рассмотреть. Вот. По моему поручению Александр Александрович и его коллеги по экономическому блоку вместе с вами очень активно разрабатывали и участвовали в работе над этим проектом. Это проект закона о налоговых льготах для бизнеса из категории наиболее пострадавших из-за эпидемии, из-за новой коронавирусной инфекции отраслей. И вот, вот этот совместно созданный нами нормативный правовой акт позволит решить очень важные вопросы. Это обеспечить те меры поддержки, в том числе вот тем отраслям, которые не вошли в перечень наиболее пострадавших. Это перечень, установленный 434-м постановлением правительства. Ну, вот для предпринимателей вот принятие этого закона имеет огромное значение. Я благодарен вам, что вами учтены наши инициативы, касающиеся налога на имущество. И вот поэтому моя благодарность депутатскому корпусу от лица администрации, от лица предпринимательского сообщества, совместно с которым мы вместе разрабатывали вот эти вот предложения, которые нашли отражение в законе. Это и общественные организации, это, еще раз говорю, и руководители крупных промышленных предприятий. Я считаю, что вот этот проект закона является отличным примером принятия государства не только важных мер по выводу экономики из кризиса, но и примером очень конструктивной, слаженной работы органов законодательной, исполнительной власти и, вот в том числе, то, о чем я сказал, общественных институтов. Я рассчитываю на то, что данный закон сегодня будет принят в двух чтениях. Ну, а теперь, уважаемые коллеги, я перехожу к основному вопросу. Уважаемые депутаты, сейчас я хочу представить вам на согласование на должность первого заместителя губернатора Владимирской области, курирующего промышленность, сельское хозяйство, экономическую политику, кандидатуру Александра Александровича Ремиги. Сфера государственных полномочий первого заместителя губернатора в этих сегментах распространяется на экономическую политику, на промышленную и на научно-техническую политику, на импортозамещение в промышленном комплексе, инвестиции в внешнеэкономическую деятельность, туризм, предпринимательство, торговлю, услуги, агропромышленную политику, ветеринарию и ряд еще других направлений. Александр Александрович временно исполняет обязанности вице-губернатора со 2 апреля. Его кандидатура была одобрена по результатам конкурсного отбора, который состоялся в конце марта. И мое решение о его назначении на этот пост было принято с учетом рекомендаций, в том числе руководителя профильного комитета законодательного собрания Алексея Михайловича Русаковского, а также тех представителей общественных организаций, которые присутствовали на этой конкурсной комиссии, в том числе, кстати, руководитель торгово-промышленной палаты Ивана Владимировича Аксенова. В пользу Александра Александровича Ремига
говорил, конечно же, первое – это опыт работы на руководящих должностях различного направления и, прежде всего, государственной гражданской службы. Четкое понимание тех задач, которые стоят по выполнению, понимание способов их выполнения. Ну, поскольку последним, даже вот если говорить о последнем месте работы перед приходом в администрацию Владимирской области, он работал министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Вот за тот период, когда он приступил к выполнению своих обязанностей, то есть за полтора месяца совместной работы с Александром Александровичем, я, знаете, убедился в правильности выбора его кандидатуры. И уверен, что не я один. Я знаю, что он тесно и активно контактировал с депутатским корпусом, с руководством законодательного собрания и показал свою профессиональную способности. Руководство экономическим блоком вот в этот непростой период, период пандемии, это очень серьезное испытание для любого руководителя, испытание на профессионализм, на испытание на ответственность, на организационные компетенции, в том числе, знаете, вот я скажу, на определенную стрессоустойчивость, потому что вот первые дни, первые недели это был там буквально война на баррикадах, чтобы решить те вопросы, которые стояли перед руководителями администрации области. И вы знаете, он в полной мере, я считаю, проявил вот такие настоящие качества, о которых я только что сказал. Александр Александрович быстро включился в областную повестку, экономический блок, в том числе, вот как одно из направлений, чем он занимался сейчас в этот период, под его руководством оперативно организовал поставки средств индивидуальной защиты в торговые сети, в аптеки области. Также он подключился к организации поставок в лечебные учреждения, причем всего сегмента медицинских изделий, которые были необходимы этим организациям через Минпромторг. Также Александром Ремигой успешно были проведены переговоры с Минпромторгом об обеспечении инфекционных госпиталей необходимым оборудованием, в том числе, кроме СИЗов еще. Речь шла о контрактовании через министерство, через другие структуры по организации вот этих вот прямых поставок. И в ситуации с дефицитом продукции, а мы все это прекрасно видели с экранов телевизора, что это проблема была не только нашего региона, а всех субъектов Российской Федерации, я считаю, что мы очень достойно прошли этот период с его помощью. Также под руководством Александра Александровича был разработан региональный комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях распространения коронавируса. Не буду вдаваться в детали, он сам, если надо, ответит на ваши вопросы. Были сформированы различные пакеты и предложения для решения вот этих вот проблем. Ну и не говоря вот о законе, о котором я сказал выше, о тех налоговых льготах, которые вам сегодня предстоит рассматривать и, уверен, принять. Также в апреле-мае экономический блок обеспечил работу в регионе всех федеральных мер поддержки для бизнеса, установленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, я считаю, что Александр Александрович Ремига на деле показал умение, способности решать поставленные задачи в экономическом блоке и показал это с полной самоотдачей работать в интересах жителей Владимирской области. Поэтому предлагаю согласовать его кандидатуру на должность первого вице-губернатора Владимирской области. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Ну, отдельно хочу пожелать вам всем, конечно же, здоровья. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Есть ли, уважаемые коллеги, вопросы к Владимиру Владимировичу? Нет вопросов. Слово предоставляется кандидату на должность первого заместителя губернатора Владимирской области Ремиги Александру Александровичу. Пожалуйста. Короткое выступление в виде, может быть, сам презентации и ваше видение развития экономики Владимирской области. Спасибо. Уважаемый Владимир
Владимирович, уважаемый Владимир Николаевич, коллеги депутаты. За последнюю неделю мы в составе комитета и фракций, собственно говоря, плодотворно поработали. Я в большей степени ответил на все поставленные вопросы. И, собственно говоря, ответ на вопросы это не была панацея, а больше понять обратную связь и точку зрения депутатского корпуса по тем или иным вопросам. И, собственно говоря, Владимир Николаевич, тут в каком формате вы считаете правильным, да, потому что презентация у меня подготовлена, но она единственная минут на 15-20. Тогда, Александр Александрович, может быть, я вас прерву на минутку, коллеги. Александр Александрович у нас выступал на всех фракциях фактически. Может быть, нам тогда нет необходимости еще раз его заслушивать, потому что ну, практически все его уже слышали. Второй раз, может быть, нет необходимости. Может быть, сразу перейдем к вопросам. Коллеги, есть какие-то, кто-то, кто настаивает на выступление Александра Александровича? Кто не был на фракциях, может быть, кто-то хочет услышать еще раз презентацию. Никто не настаивает. Спасибо, коллеги. Тогда, пожалуйста, вопросы к Александру Александровичу. Да, пожалуйста, Иван Павлович Шелтурков. Добрый день. Коммунистической партии социальной справедливости очень обеспокоена тем, к сожалению, у нас в области до сих пор нет стратегии социально-экономического развития. Мы надеемся, что с вашим приходом работа в этом направлении усилится, активизируется, и мы увидим план комплексного развития Владимирской области, в который бы мы надеемся увидеть... Иван Павлович, у нас пока не выступление, а вопросы. Нет, а это вот пока вот... Вот вопрос, если надежда на социальное развитие экономики нашей области и на социально-экономический подъем. Спасибо. Спасибо. Иван Павлович, спасибо за вопрос. По поручению губернатора концепция социально-экономического развития прорабатывается, поэтому, собственно говоря, уже в работе документ. Спасибо большое. Бирюков Сергей Евгеньевич, вопрос, пожалуйста. Вопросы, коллеги, 30 секунд, напоминаю. Уважаемый Александр Александрович, хотел бы от вас услышать, то есть на комитете, на фракциях многих вопросов действительно касались, но вот по такой важной сфере, для Владимирской области, по развитию туризма с тысячелетия. Да, уже проводились ряд сессий с организаторами, с организационным комитетом на федеральном уровне по этому направлению. Но также по поручению губернатора готовится стратегия развития туристической области, которая будет одной из составляющих частью в целом социально-экономического развития региона, вот, и в которой будет предусмотрена точки роста по направлению туризма на ближайшие годы. Спасибо, Александр Александрович. Пожалуйста, Антон Сергеевич Сидорко. Да, Александр Александрович. В принципе, осталось фракция. Антон Сергеевич, поближе говорите, вас обрывками слышно. Коллеги, слышно сейчас? Обрывками. Александр Александрович. Да я вроде бы вплотную. Меня сейчас слышно? Обрывки какие-то. Проверьте технически. Сейчас к вам кто-то подойдет из технарей. Тогда мы сейчас вас отключим пока еще разочек, а потом кого-то подключим еще раз. Коллеги, еще вопросы? Да, пожалуйста, Иван Игоревич Людков. Так, не камеру не... Людков. Пожалуйста, Людков. Вы его включите камеру и микрофон. Так, у меня все включено. Пожалуйста, работайте, говорите. Задавайте вопросы. Да. Александр Александрович, по поводу... вчера мы с вами разговаривали еще, вы как бы озвучили. Я просто хотел бы, чтобы вы озвучили тему для всех депутатов по поводу Кнышкова и темп опережающего роста.
Ильич, как-то сформулируйте более конкретно вопрос о финансировании особой экономической зоны в Камешково. Но данные сроки были перенесены на 2021 год. Мы проработали это с Минэком России. Значит, на данный момент по Камешково мы планируем развивать. У нас есть уже два подтвердившихся участника этой особой экономической зоны, плюс 4 инвестиционных проекта находятся на этапе согласования. Поэтому до 2021 года, естественно, мы предпримем все шаги, чтобы экономическую зону заполнить инвесторами. И на данный момент предпосылки все благоприятные к развитию этой территории. Спасибо. Антон Сергеевич, повторный. Да, коллеги, добрый день еще раз. Сейчас хорошо слышно? Ну, получше, но все равно немножко с треском с каким. Получше. Смысл понятен. Александр Александрович, вопрос общего характера. Да, ну, во-первых, вчера спасибо за встречу с фракцией. Тоже хорошее было общение. Вопрос по заводу «Волгобас». Ну, вы знаете, да, что на днях был областной прокурор на предприятии. Задержка по заработным платам за 2 месяца. И, дескать, вот прокурор потребовал от администрации предоставить предприятию субсидию из областного бюджета на погашение заработных плат. Вот насколько это справедливо, выделение средств из областного бюджета неэффективному предприятию, в общем-то, по той ситуации, к которому привело руководство этого предприятия. Вот. Есть у вас в планах предоставить эту субсидию? Значит, спасибо за вопрос, Антон Сергеевич. Ситуация следующая. Во-первых, после заседания законодательного собрания я выезжаю на Волгобас, да, чтобы пообщаться непосредственно с персоналом, да, и объективно оценить ситуацию, насколько раздувается и какое фактическое значение имеет то, что было опубликовано в средствах массовой информации. Да. По той информации, которую представил мне руководящий состав на вчерашний день и собственники данного завода, действительно, задолженность по заработной плате имеется, но в отношении филиалов, которые находятся в Москве, то есть управленческого состава и офиса, да, перед работающим персоналом, который непосредственно сейчас работает на заводе, задолженность погашена за апрель в том числе. Есть определенное отставание от графика, но в понедельник, вторник обязались погасить эту задолженность. Значит, это и текущая ситуация. Что касательно мер стимулирования, если бы компания, которая претерпела там какие-то негативные влияние именно за последние 2 месяца, это было бы одно. Такая система поддержки в целом возможно было рассматривать. Но так как в компании «Волгобас» проблемы уже длятся довольно-таки продолжительный промежуток времени, да, более полугода, соответственно, вопрос не в кризисе, и системные меры надо находить там с точки зрения управления в целом этим предприятием. По нашей просьбе Владимир Владимирович Сипягин вчера дал поручение связаться с Минпромом России. Мы это сделали, и сегодня приезжает специалист из Минпрома России, который тоже будет в выездной сессии нашей участвовать и на месте. Будем смотреть, какие меры можно принять по выводу ситуации на новый уровень. Вот в целом ситуация выглядит на сегодняшний момент так. Спасибо. Да, пожалуйста, Вячеслав Юрьевич Картухин. Да, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Александр Александрович. Ну, во-первых, хотел бы сказать спасибо. На фракции на многие вопросы вы уже ответили. Очень конструктивно все прошло на наше заседание. Но вопрос, вот, пользуясь случаем присутствия Владимира Владимировича, следующий. Как вы воспринимаете структуру подведомственных вам департаментов, комитетов? Насколько она эффективна? Потому что, на мой взгляд, она громоздкая.
Вот, и все-таки вернуться к вопросу по отдельному заместителю губернатора по сельскому хозяйству. То есть предложение такое, надо над этим подумать. Спасибо. Да, пожалуйста, Александр Александрович. Спасибо, Вячеслав Юрьевич. Значит, уважаемые коллеги, я предлагаю, что я выскажусь по организационной реформе после того, как согласую эту позицию с губернатором, и он утвердит ее. Вот. В целом, да, мы с Владимиром Владимировичем уже обсуждали один момент, который я считаю, что сегодня можно о нем говорить, это объединение департамента инвестиций и департамента промышленности в один орган государственной власти. Принятие решения по заместителю губернатора по сельскому хозяйству, ну, это Владимир Владимирович компетенция, поэтому как он примет решение, так и спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Да, пожалуйста, Шамиль Юрьевич. Спасибо. Коллеги, добрый день. Александр Александрович, хотелось бы еще раз задать вопрос, интересующий большую часть нашего населения по вашему профилю, а именно касающийся предпринимательства и торговых площадей. Расскажите, пожалуйста, планы администрации Владимирской области совместно с Роспотребнадзором по снятию ограничений и по, ну, уже всеобщему выходу торговых площадей, так скажем, в нормальный режим. И по Волгобасу еще хотелось... часть сказать то, что обратите на ситуацию с пандемией, которая связана. Да, да, пожалуйста, Александр. Да, значит, по Волгобасу спасибо за ремарку. Отметим, проработаем. Касательно субъектов малого предпринимательства, то, как Владимир Владимирович уже в вступительном слове обозначил, нами разработан четкий план действий пошаговый по выводу экономики из кризиса, и значительное внимание мы уделяем тем аспектам, которые связаны с субъектами малого и среднего предпринимательства. Сегодня вы будете крайне важный закон рассматривать. Почему он важен? Потому что в нем те отрасли, которые не вошли в 434-е постановление правительства Российской Федерации о пострадавших отраслях. И, собственно говоря, для региона есть своя специфика. В том законе, который будет вами рассмотрен, предусмотрены те отрасли, которые фактически пострадали, но чьи акведы не попали в 434-й. И по большому счету для нас это такая особая мера будет, что подтвердили, во-первых, что эти отрасли являются пострадавшими внутри региона, и можем оказывать и разрабатывать под них специальные меры стимулирования. Да, пожалуйста, Казаков Сергей Валентинович. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете, как сработала экономика региона за первый квартал и какие перспективы по второму кварталу вообще вот по налогам, так сказать, и вообще к самочувствию нашей экономики Владимирской области? Спасибо. Спасибо за вопрос, Сергей Валентинович. Значит, ситуация следующая. Первый квартал показал позитивную динамику по всем отраслям без исключения. Я в качестве примера могу привести объем вводимого жилья, да, по отношению к 2019 году, он составил 137%, в обрабатывающей промышленности прирост 103%. Ну и так по всем направлениям без исключения мы перешагнули планку в 100% по отношению к 2019 году. Поэтому у нас был значительный задел в экономике, структура экономики не провалилась в одночасье, да, и, собственно говоря, сейчас, чтобы подвести итоги явлений после кризиса, да, то, конечно же, еще необходимо время, и мы это сделаем к июлю месяцу. Спасибо. Александр Александрович, там еще у нас был вопрос о том, мне написали просто, как вы можете сказать, когда откроются торговые центры в обычном режиме? Значит, да, спасибо, что напомнили, Владимир Николаевич. Три ключевых показателя, на которые мы опираемся, ну и в первую очередь наши коллеги из Роспотребнадзора, это коечный фонд,
свободный коечный фонд на территории субъекта, это количество тестов, которые мы делаем на 100 тысяч жителей, и это коэффициент распространяемости вируса. Значит, последние несколько дней идет позитивная динамика, и мы, собственно говоря, с Роспотребнадзором прорабатываем запуск первого этапа, да, который позволит открыть магазины до 400 метров непродовольственных товаров. Это будет первый этап. Если будет сохраняться позитивная динамика и, соответственно, в ближайшую неделю, то тогда мы оперативно перейдем и ко второму этапу. Понятно. А когда первый этап активировался, можете сказать? Или пока сложно? Значит, на сегодняшнее утро последняя информация, Роспотребнадзор рассматривает этот вопрос, ждем от них письма подтверждающего на полное соответствие. Если письмо сегодня, то указ губернатора уже подготовлен. Сразу как получаем письмо, запускаем. Спасибо большое. Пожалуйста, Максим Леонидович Шевченко. Здравствуйте, коллеги. Еще раз, уважаемый Александр Александрович, вчера очень плодотворно фракция КПРФ встретилась с вами, вы ответили на вопрос, но мне хотелось бы, чтобы один вопрос вы сейчас еще раз проговорили свою позицию перед депутатами ЗАГС Собрания. Я имею в виду, как будут выстраиваться отношения с теми предприятиями, с теми предпринимателями, хозяевами предприятий, которые в период коронавируса уволили фактически, то есть отправили в неоплачиваемый отпуск на 2 месяца или даже более своих сотрудников. Речь идет о тех людей, которые просто без копейки были выкинуты. Их заставляли писать эти заявления об отпуске, неоплачиваемом отпуске по собственному желанию. Вот я понимаю, что, наверное, мы все будем отслеживать вот эти факты, но какова позиция ваша и позиция члена по этому вопросу? Спасибо. Александр Александрович, пожалуйста. Да, спасибо, Леонардович. Значит, ну, во-первых, если нарушение законодательства по этому направлению никакого не было, то понятно, что и граждане самостоятельно принимали такое решение, оказывать какое-то влияние мы не имеем полномочий. Но в случае обращения граждан либо представителей депутатского корпуса по принуждению, безусловно, мы однозначно в ручном режиме такие ситуации все каждый будем в отдельности рассматривать. Спасибо. Антон Вячеславович Клюев, пожалуйста. Антон Вячеславович. Да, слышно меня? Да. Добрый день, коллеги. Александр Александрович, вопрос такой, вот возвращаясь к вашей биографии, все-таки, вот вчера на фракции вы сказали, что вы обучались там по программе MBA, да? И, может быть, нас многие не знают, что это за программа, но на самом деле это очень интересные там моменты есть. Вопрос такой, вот каким образом и что вы будете использовать вообще из этого обучения в своей работе, в частности, вот, развитие там компетенций, управление человеческими ресурсами, вообще формирование, собственно, вашей специфики Владимирской области. И второй вопрос у меня будет про внешнюю экономику. Коль вы там тоже отвечаете за нее. Ой, вот при Белграде, Николай Владимирович, у нас зашли такие компании, как Ferrero Russia и Mondelez. Какие планы у вас вообще по развитию вот, внешней экономики? Спасибо. Да, пожалуйста, Саша. Антон Вячеславович, спасибо за вопрос. Значит, что касательно развития инвестиционного поля и привлечения дополнительных инвестиций в экономику. Мы вчера на эту тему с вами общались, я обозначил свою позицию, что в ближайшие несколько месяцев мы сосредоточимся, во-первых, на тех текущих задачах, которые нам поставил время ограничений, и сосредоточимся на тех субъектах, которые пострадали во времени ограничений. Собственно говоря, необходимо проработать все, что касательно помощи для предприятий и поддержки мер стимулирования тех организаций, которые в течение 2 месяца не работали. Вот. И, собственно говоря, уже во втором квартале, посмотрев на динамику, как мы выходим из кризисной ситуации, формулировать задачи на будущее.
Значит, вы сейчас понимаете, что всякая операция разрушена не только внутри региона, да, и внутри страны, но кооперация разрушена и по международным связям. Это надо брать в расчет и отталкиваться от тех задач, которые у нас находятся в первую очередь, и тех предприятий, которые работают на территории Владимирской области с точки зрения оказания их помощи и с точки зрения их развития. Очень важный момент, что есть и предприятия, которые готовы развиваться, которые готовы даже в это время вкладывать, мы в первую очередь будем уделять время им. Да, все, спасибо большое. Иван Павлович, пожалуйста. Спасибо. В наше непростое время очень важна каждая бюджетная копейка, так сказать, каждый бюджетный рубль. И вот у меня вопрос такой, что вы, то есть какие меры вы намерены предпринять, чтобы не допустить элементов коррупции, злоупотребления и как минимум неэффективного расходования бюджетных, то есть народных денег. Потому что, так сказать, мы знаем, что счетная палата уже провела расследование деятельности комитета по туризму. Там очень много всяких непонятных расходов, неподтвержденных документами, то есть там эффективные какие-то мероприятия были, и вот та самая непонятная медовуха фест, на которую были расходованы деньги, но самого мероприятия как такового не было, то есть была фикция. В массовой информации пишут о конфликтах интересов различных чиновников уже вот вашего ведомства и вашей подчиненности. То есть очень важно не допустить воровства и различных злоупотреблений. То есть как вы с этим намерены бороться и чем мы вам можем помочь. Спасибо. Иван Павлович, спасибо за комментарий. Если будете предоставлять информацию по той проблеме, о которой вы озвучили, буду вам крайне благодарен. Да? Но с точки зрения рабочего процесса надо исходить из того, что есть нормативные акты и законы, их надо соблюдать. Спасибо, коллеги. Еще вопросы есть? Уважаемые депутаты, есть ли желающие по кандидатуре Александра Александровича? Да, пожалуйста, Сергей Евгеньевич Бирюков. Уважаемый Владимир Николаевич, Александр Александрович, коллеги, мы рассмотрели кандидатуру Александра Александровича на фракции «Справедливая Россия», изучили опыт работы. В процессе личного общения нашли точки соприкосновения и общие интересы по развитию Владимирской области. И с учетом и опыта, и компетенции на положительное участие в работе в управлении Владимирской области Александр Александрович Еремин приняли решение поддержать. Просим и остальных депутатов тоже поддержать кандидатуру. Спасибо. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, коллеги, есть? Желающий выступить. Да, Вячеслав Юрьевич Картухин, пожалуйста. Картухин Вячеслав Юрьевич. Уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» встречалась с Александром Александровичем. Состоялся очень обстоятельный разговор. Мы увидели понимание тех проблем, которые на сегодняшний день есть в нашем регионе, в экономике, понимание, какими путями идти дальше. Но, конечно, Александр Александрович, хочется пожелать вам после согласования как раз наращивать свою работу и взаимодействовать с депутатским корпусом активно, взаимодействовать с бизнес-сообществом, со всеми теми структурами, которые входят вот в ваше ведение, потому что очень важно контактировать с людьми, да, от них слышать проблемы и стараться эти проблемы решать. Хотелось бы, чтобы в публичном пространстве вы старались пояснять свою позицию и подходы по тем или иным вопросам. Спасибо, всего самого доброго. Пожалуйста, Лариса Николаевна Емельянова. Пожалуйста. У меня скорее пожелание. Мы на комитете говорили о развитии сельского хозяйства, так как вы курируете этот департамент. В настоящее время нет человека, который бы занимался вплотную этим. Поэтому хотелось бы, чтобы вы
на этом вопросе, на развитие сельского хозяйства. Все-таки Владимирская область у нас сельскохозяйственная область. Спасибо. Сергей Викторович Корнишов, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, кандидатура Александра Александровича была рассмотрена на заседании постоянного комитета по промышленной политике, а также на заседании фракции ЛДПР в законодательном собрании. Принято единогласное решение поддержать Александра Александровича. Спасибо. Добрый путь. Спасибо. Коллеги, еще, пожалуйста, поищи. Максим Леонидович Шевченко, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы заслушали тоже на фракции Александра Александровича, значит, Ремигу. И при всем при этом, наверное, фракция воздержится при голосовании, хотя мы поддерживаем в целом курс правительства. Вот что хотелось бы пожелать Александру Александровичу. Вы являетесь партией «Единая Россия», программные установки, которые, в частности, программа 2020 и иные политические и экономические задачи, ни разу не была выполнена в нашей стране. Хотелось бы вам пожелать не руководствоваться программными вложениями той партии, членам которой вы, а руководствоваться нуждами области и принципиальной политикой правительства, которая возглавляется демократически избранным губернатором Сипягиным. Поэтому мы, безусловно, в вашем распоряжении, во всех хороших делах. Мы посмотрим на вашу работу в правительстве, и я уверен, что между нами сложатся вполне нормальные рабочие отношения. Спасибо. Алтухов Иван Павлович, пожалуйста. Безусловно, вот, специфика экономического развития Владимирской области за последнее время оставляет желать лучшего, потому что как ни крути нашу экономику, а все равно получается, что в Москве и зарплаты выше, и пособия больше, и, так сказать, уровень жизни намного-намного выше. Поэтому нашей области необходимо четкая стратегия социально-экономического развития, чтобы предусматривала прорывное развитие и экономики, и социальной сферы. Нам нужен экономический взлет. Всем вместе надо над этим вопросом очень-очень серьезно думать. Хватит жить бедно, к этому привыкать не надо. Нам обязательно надо продумать выравнивание и качество, и, так сказать, и уровень жизни простых жителей, как во Владимире, так скажем, и в Москве, и в городах. То есть потому, почему от нас уезжают молодые специалисты, врачи, потому что зарплата нищая, потому что денег нет. То есть надо зарабатывать деньги в нашей области. В чем мы в меру своих возможностей Александру Александровичу и нашему губернатору будем помогать? Если надо, подставим плечо. Если надо, можем и помочь в составлении стратегии развития области. То есть, надеемся на сотрудничество, надеемся на общий успех. Поэтому спасибо вам, мы вас поддержим, но с той надеждой, что вместе будем работать. Спасибо. Спасибо большое. Каин Роман Валерьевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Александрович, Владимир Владимирович, мне бы хотелось бы наоборот призвать, Александр Александрович, вас в вашей работе прислушиваться к позиции, к мнению руководящей партии в нашей стране, в нашем регионе, партии, которая имеет большинство и в органах местного самоуправления, и в законодательном собрании. Плохого мы не посоветуем, и я таким примером, иллюстрацией этому является как раз вот то, о чем сказал Владимир Владимирович, представляя вас, вопрос повестки сегодняшнего заседания под номером 4.
обсуждать там более подробно, скажем, потому что мы действительно приветствуем, мы депутаты Законодательного собрания и депутаты нашей фракции приветствуем тот факт, что именно версия «Единой России» по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, губернатор, и вы с этой версией согласились. Вот, мы добавили туда предложение сформированной администрации, и в итоге получился действительно хороший, качественный документ. Так что пожелание все-таки сотрудничать с руководящей фракцией. Спасибо большое. Коллеги, еще есть вопросы? Да, Александров. Олег, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, Александр Александрович. Хочу сказать, что Александр Александрович был вчера у нас на фракции. Были затронуты многие вопросы, в частности, и по экономическому развитию, и по привлечению инвестиций, и по развитию отдельных территорий. Хочу сказать, что на все поставленные вопросы Александр Александрович ответил четко. Как уже Владимир Владимирович заметил, Александр Александрович четко понимает задачу и четко понимает, как эти задачи выполнять. Надеюсь, что Александр Александрович воплотит все то, что, о чем мы вчера разговаривали, привлечет новые инвестиции в территорию Владимирской области. Хочется пожелать ему удачи и прошу поддержать кандидатуру Александра Александровича на такой высокий пост. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, еще есть депутаты, желающие выступить? Нет. Тогда, уважаемые коллеги, два слова буквально я хотел сказать. Александр Александрович у нас пришел в очень непростое время в Владимирскую область, в разгар вот борьбы с так называемым коронавирусом. И что подкупает, то, что он сразу, в общем-то, включился в работу и достаточно глубоко, можно сказать, прямо вгрызается в проблемы. И многие проблемы с его помощью, с его участием уже удалось решить. Наверное, это самое главное – желание работать и умение. А опыт у него достаточно серьезный, несмотря на то, что он еще молодой товарищ. Вот. Я считаю, что все у него получится, будем трудиться вместе. Наверное, переходим тогда к голосованию. Нет возражений? Нет. Тогда идет голосование. Кто за то, чтобы согласовать кандидатуру Ремигия Александра Александровича, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, значит, 28 за, 6 воздержались. И два голоса за, 30 голосов. Александр Александрович, мы вас поздравляем. Желаем вам успехов в работе. Владимир Николаевич, разрешите мне два слова? Да, пожалуйста, Владимир. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, я хочу вас поблагодарить за утверждение кандидатуры Александра Александровича Ремиги. Я уверен, что он оправдает вот оказанное ему доверие сегодняшним голосованием. Уверен, что будет очень конструктивная работа с депутатским корпусом, уверен в этом, и это показал, как я еще раз хочу подчеркнуть, вот его предыдущий опыт работы, вот сейчас с вами взаимодействие. Также уверен, что он закрепит те достигнутые результаты, которые есть в развитии экономики Владимирской области, и также даст новый импульс для дальнейшего ее развития. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Коллеги, переходим к следующему вопросу повестки дня. О законе Владимирской области обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области. Каинов Роман Валерьевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы с вами на апрельском заседании Законодательного собрания приняли постановление, в соответствии с которым была создана согласительная комиссия, поскольку закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области, принятый в марте, был оставлен губернатором без подписания. И по результатам работы согласительной комиссии выработана новая редакция, которая несущественно отличается от ранее рассмотренной. Собственно говоря, был исключен один из пунктов части 3, статьи 3 вышеуказанного закона.
члены согласительной комиссии единогласно поддержали принятие закона в такой редакции, поэтому прошу вас поддержать принятие закона в редакции согласительной комиссии. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Вопросов нет? Или есть вопросы? Да, Антон Сергеевич, пожалуйста, вопрос. Нет. Да, мне тоже вопрос. Можно? Да, да, пожалуйста. Роман Валерьевич, да, подскажите все-таки ваше видение какое по исполнению такого сложного закона? Кто будет его исполнять и кто впрямую будет наказывать нарушителей тишины? Уважаемый Шамиль Рафаильевич, как я и докладывал это еще на мартовском заседании, речь идет о действующей норме, которая в нашем Владимирской области с 2013 года достаточно успешно реализуется. Правда, по отношению к нарушителям тишины и покоя граждан в ночное время. И статистика показывает, что за эти годы в среднем где-то от полутора до 1800-1700 протоколов по данной статье нашего закона о Владимирской области административных правонарушениях накладывалось на нарушителей. Были небольшие сложности с реализацией закона в 2015 году, когда сотрудники полиции перестали сами непосредственно на месте выписывать протоколы на нарушителей. И сейчас схема работает следующим образом. То есть граждане обращаются в органы власти Владимирской области либо в органы полиции, ну, как правило, в органы полиции. Сотрудники полиции выезжают на место правонарушения, фиксируют факт и передают сотрудникам административной комиссии. И, как я уже сказал, я сейчас могу чуть прям с точностью до протокола, что называется, про статистику сообщить вам. Конечно, не надо бы протокол, я думаю, тем более... В общем-то, по такой схеме будет этот закон, по подобной схеме реализовываться и в дневные часы. Ну и вот, как я уже тоже говорил... Регламент, Роман Валерьевич, регламент. Да, Антон Сергеевич, пожалуйста. Проблем реализации не будет. Антон Сергеевич, пожалуйста, Сидорков. Спасибо, Роман Валерьевич. Два вопроса. Первый. Какие критерии были положены в основу выбора времени ограничений? Знаю, что время по Сан-Пиру... Вы опять прерываетесь. Поближе к микрофону. Да. Коллеги, сейчас слышно? Да, да. Да, Роман Валерьевич, первый вопрос. Какие критерии были положены в основу ограничений? Да? Ведь мы знаем, что ночное время по Санпину все-таки с 23 часов до 7 утра. Почему-то выбрали с 22 до 6. И какой критерий был положен в основу выбора дневного времени? Вот почему именно с часу до 3, там, не с 12 до 2? И второй вопрос. Вы знаете, что в феврале в Госдуму внесен федеральный проект закона о тишине, согласно которому ограничение будет касаться времени с 23 до 7 часов. То есть нецелесообразно ли дождаться принятия федерального закона? Дело в том, что, как я уже говорил, отвечая на предыдущий вопрос, норма действовала по ночным часам с 2013 года, и вот то, что именно с 22 до 6, это наши предшественники еще в пятом созыве принимали, то есть это даже пятый созыв был закон принят, а в шестом созыве мы его только совершенствовали. Поэтому, что называется, это сложившаяся практика, это часы, которые гражданам хорошо известны, обращаемся, поэтому мы не стали менять и переходить на другие временные часы. И что если на уровне Российской Федерации будет норма принята и будет соответствующая статья в Кодексе административных правонарушений, ну, только можно приветствовать это, поскольку упростит реализацию закона, будет единая норма, действующая во всей стране, ну, я думаю, тогда можно будет и на единые временные параметры, хотя, опять-таки, там, условно, Москва и ложится, и просыпается позже, чем Владимирская область. У нас там в 6 утра многие уже на работе или там коров дуют, да, поэтому, в общем-то, вполне логичное время, на мой взгляд, что до 6 утра, до 22 вечера. Да, спасибо, пожалуйста. Вячеслав Юрьевич Картухин, пожалуйста. Вопрос. Вячеслав Юрьевич. Да, я вот... Вопрос. Вопрос какой? За основу нашего закона рассматривался закон, действующий в Нижегородской области. Вот в Нижегородской области ведь заключено соглашение с МВД, да? Да. С управлением внутренних дел. Насколько совершенно у нас есть такие перспективы в нашем регионе, чтобы полицейские могли сами составлять протоколы? Спасибо за вопрос. И, кстати, коллеги, вот в работе согласительной комиссии
участвовало активно представители МВД, которые поддержали принятие закона. И очень Серебро Вадим Анатольевич хотелось благодарен сказать. Он, будучи членом профильного комитета и ветераном правоохранительных органов, тоже так достаточно действенно работал над этим текстом закона. И мы сожалеем, что действительно Владимирская область не заключила соглашение с Министерством внутренних дел. Ну, там есть объективные причины, связанные с законодательством, есть субъективные причины, связанные с тем, что, ну, в общем-то, по большому счету, будет единственная статья нашего КОАПа исполняться, вот та, которую сейчас мы обсуждаем. Вот. И если будет принята эта норма на федеральном уровне, то необходимость заключения соглашения сама собой отпадет. Ну, примерно такую позицию высказали представители губернатора. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Вопросов больше нет. У нас есть сопредседатель согласительной комиссии от губернатора и члены согласительной комиссии есть. Желаете выступить, коллеги? Нет. Нет. Так, тогда депутаты, желающие выступить, пожалуйста, по данному вопросу. Шамиль Михайлович, пожалуйста, Григорий. Ага, спасибо большое. Уважаемые коллеги, естественно, то, что суть вопрос, она ясна и она как бы правильная. Большой вопрос возникает все-таки о реализации, поскольку такой вопрос в муниципалитетах поднимался, я в профильных других комитетах этим вопросом активно занимался, и зная позицию МВД, то, что в первую очередь нужно проработать в кратчайшие сроки соглашение с МВД, потому что, поймите правильно, та нагрузка, которая идет, это все-таки распределение финансовых средств, которые получают те чиновники, которые исполняют данный закон. И все-таки такое решение и составление протоколов должны делать представители полиции, а не представители администрации. Спасибо. Еще депутаты, желающие выступить. Владимир Николаевич, позвольте два слова. Уважаемые коллеги, я прошу. Давайте, вас... Пожалуйста. Да, повторное выступление. Я прошу, коллеги, поддержать принятие закона. Дело в том, что сейчас образовалась некая правовая коллизия, да, в связи с тем, что в марте мы пакетом вносили два закона, и один поправки в закон об административных правонарушениях, который губернатор подписал. Сейчас получается, что у нас нормы нет, а ответственность за эту норму установлена. И причем это в отношении и ночных часов. И сейчас, к сожалению, вот как раз Шамиль Рафаэльевич сказал об административных комиссиях, большое количество обращений в органы государственной власти Владимирской области. То есть и губернатору, и к нам идет, поскольку получается и за ночные часы, к сожалению, за нарушение этого. Спасибо. Сидорко Антон Сергеевич, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, ну, честно говоря, без реальных механизмов реализации не имеет смысла принимать данный закон, без, тем более, положительной позиции полиции, поскольку есть информация, что, в общем-то, правоохранительные органы не питают иллюзий по данному проекту закона, это первое. А второе, это повторюсь... Не так, Антон Сергеевич, извините. Это не так. Валерьевич, я вас не перебивал. Да, далее, в феврале, как я сказал, внесет федеральный проект закона о тишине, который будет рассмотрен на июньской сессии Государственной Думы. Кстати, данный проект закона федеральный внесен куда-то по фракции «Единая Россия». Вы это прекрасно знаете. Третье. Все-таки я считаю, что нормы, заложенные в данном проекте закона, они избыточные. Прежде всего, касаемо дневных часов с часу до трех, поскольку мы тут действительно не учитываем вопросы, связанные с многоквартирными домами, которые вновь построены. Люди переезжают, делают ремонт и... В общем-то, время с часу до трех – это такое время, ну, в общем-то, активных строительных работ, в том числе привлечения каких-то организаций со стороны, ИПшников, небольшие организации, которые в том числе на этом зарабатывают. И мы здесь их ограничиваем. Поэтому я считаю, что закон, ну, в общем-то,
без реальных механизмов реализации. И закон избыточный, ну, не должен быть принят. Моя позиция. Спасибо большое, коллеги. Да, Алтухон вам, Иван Павлович Алтухов, пожалуйста. Я советовался с активистами общественных организаций, с жителями многих домов. Но я не знаю, может быть, Антон Сергеевич, так сказать, большой сторонник громкого исполнения, так сказать, там, сектора газа или там Шнурова. Но я реально знаю подъезды, где уже дети наизусть учат вот некоторые вот такие песенки. Потому что с утра до ночи и с ночи до утра на весь подъезд, так сказать, там какой-то меломан крутит вот эти все вот песни. Так сказать, и хочешь, не хочешь, все жители это вынуждены тоже этому радоваться. Понимаете? Вот, то есть вот дятлы, танцоры и меломаны мешают жить старикам и детям. То есть наша задача – это защитить тишину и покой жителей нашей области. Поэтому я призываю этот закон поддержать. Вот сказать, пусть все эти секторы газа и Шнурова слушают те, кому это сказать, нужно в наушниках, так сказать, не нарушая права и законные интересы наших жителей. Спасибо. Спасибо, Иван Павлович. Вячеслав Олегович Александров, пожалуйста. Вячеслав Олегович, мы вас слушаем. Добрый день, Роман Валерьевич. На прошлом заседании было очень много вопросов, когда принимали данный законопроект в первом чтении. Было принято решение о создании согласительной комиссии. Хорошо, что это было сделано. Туда вошли все знающие и заинтересованные лица. Я надеюсь, что, и как вы уже сказали, данный проект был проработан еще более тщательно. Поэтому, скорее всего, что проблем в реализации данного законопроекта не будет. Предлагаю поддержать ваш законопроект. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще желающие. Вячеслав Юрьевич Картухин, пожалуйста. Да. Уважаемые коллеги, мы на фракции рассмотрели данный законопроект. Я тоже считаю, что очень важно, чтобы работала согласительная комиссия. Конечно, не всех, наверное, этот закон устроит, да, тех, кто любит пошуметь и так далее. Вот, поэтому я думаю, что будет более правильным, если фракция будет голосовать в свободном режиме. Но в целом я бы хотел высказаться в поддержку данного закона для того, чтобы он все-таки снял те проблемы, которые на сегодняшний день существуют с точки зрения защиты тех граждан, кому шум мешает, в дневное время особенно. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Юрьевич. Максим Леонардович, пожалуйста. В целом, ваша инициатива правильная, и надо оберегать спокойствие людей. Но вы сказали о количестве протоколов, которые были составлены, но вы не сказали ничего о количестве штрафов, которые были собраны по этим протоколам. И мы прекрасно понимаем, что механизма наказания тех представителей социального дна, так их назовем, которые в основном и являются проблемой, которым плевать на мнение людей, на отдых людей, на спокойствие людей, этого механизма просто не существует. О чем вам напомнил ваш коллега по фракции господин Картухин. Потому что нет заключения, даже нет предположительного проекта заключения договора с МВД, то есть с теми органами, которые могут, допустим, штрафовать людей и каким-то образом их призывать к порядку. Кроме этого, в вашем законе есть словосочетание «повышенная громкость». Знаете, это, как говорится, очень широко трактуемая вещь. Для кого-то повышенная громкость, я, например, вот не выношу совсем, когда даже, там, условно говоря, писк комара может раздражать меня, там, или мухи. Хотелось бы, чтобы в вашем законе были указаны тогда, может, какие-то параметры, децибел, чтобы закон был более тщательно проработан. Таким образом, чтобы он не носил чисто популистский характер и не складывалось у избирателей ощущение, что просто и речь идет о каком-то хайпе, желании понравиться без тщательной проработки норм технологических и юридических исполнения этого закона, хотелось бы все-таки, чтобы а. был заключен соглашение с теми органами, которые могут налагать штрафы, б. чтобы в законе были прописаны реальные механизмы достижения тишины,
а не просто, что тетеньки из ТСЖ будут стучаться в дверь алкоголикам, которые будут слушать любимые Иваном Павловичем «Сектор газа» и кто там еще, «Шнур», да? И третье, надо указать технические параметры, что является громко, что является тихо. Ни один закон такого рода не может трактоваться широко. Иначе это создает просто возможность для произвола. Для кого-то тихо, для кого-то громко. Спасибо. Спасибо, Максим Иванович. Коллеги, еще желающие выступить? Нет желающих выступить, тогда, коллеги, переходим к голосованию по данному закону. За, против, воздержались. Коллеги, 27 проголосовало за, 6 против, воздержавшийся один у нас, Федор Юрий Матвеевич, он заявление написал, и один голос за, Шатохин. Вопрос. Закон у нас проходит. Да, все, закон принят в редакции предложенной согласительной комиссии. Спасибо. Да. Следующий вопрос. По повторному рассмотрению отклоненного губернатором Владимирской области закона о внесении изменений в статью 4 закон Владимирской области о бюджетном процессе Владимирской области. Максюков Михаил Юрьевич, пожалуйста. Михаил Юрьевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, на предыдущей сессии нами с вами был принят закон, уточняющий порядок рассмотрения проектов государственных программ и уточнений государственных программ. В частности, определено, что предоставление проектов государственных программ в законодательное собрание осуществляется вместе с заключением счетной палаты, а также рассмотрение постановлений законодательного собрания производится до утверждения государственных программ. Нами учтены были рекомендации прокуратуры, с 30 до 20 дней поправками снизились сроки рассмотрения, однако принятый нами законопроект был отклонен губернатором и возвращен в законодательное собрание без подписания. С формулировкой о том, что законодательное собрание, возможно, превышает свои полномочия в этих вопросах, а также о том, что отсутствуют у счетной палаты полномочия на подготовку таких заключений. Однако наше правовое управление полагает, что противоречий здесь нет, закон полностью соответствует нормативно-правовой базе, он был рассмотрен на комитете, и комитет рекомендовал законодательному собранию одобрить закон в ранее принятой редакции. Поэтому предлагаю одобрить закон в ранее принятой редакции и провести голосование. Спасибо. Спасибо, коллеги. Вопросы к Михаилу Юрьевичу? Вопросы к Михаилу Юрьевичу? Нет вопросов. Что? А, Корнишов, пожалуйста, Сергей Викторович. Вопрос. Сергей Викторович куда-то пропал. Александров Вячеслав Олегович, вопрос. Вячеслав Олегович, вопрос. Вас не слышно, микрофон у вас отключен. Вячеслав Олегович, вас не слышно. Да, сейчас слышно? Да. Михаил, слышно сейчас? Слышно. Да, слышно. Да, вопрос такой. Был принят законопроект, губернатор его отклонил, причем он достаточно грамотно описал и предоставлен причины отклонения данного законопроекта. Вопрос, почему вы хотите все-таки продавить этот законопроект, несмотря ни на что? Спасибо. Уважаемый Вячеслав Олегович, я предлагаю вот вопрос юридического характера все-таки оставить юристам. А по сути законопроекта, я вам напомню, что он усиливает парламентский контроль за расходованием бюджетных финансов. Полагаем, что усиление парламентского контроля, депутатского контроля за бюджетом и за расходованием средств Владимирской области, это позитивный тренд, который, кстати, поддерживается на федеральном уровне в том числе. В связи с этим полагаем, что проблем с реализацией положения законопроекта в процедурах не возникнет. И это приведет к повышению прозрачности финансов нашего региона.
Спасибо, коллеги, еще вопросы. У нас Корнишов там пытался задать вопрос, или это случайно? Хорошо, коллеги, если нет вопросов, то желает ли выступить заместитель губернатора, представитель губернатора Владимирской области? Представитель губернатора желает выступить по данному вопросу? Да. Да. А, пожалуйста, Вячеслав Павлович. Разрешите, да? Пожалуйста, Вячеслав Павлович. Слышите меня? Слышим вас. Значит, я хотел бы просто дать в дополнение к уже данному заключению администрации некоторые разъяснения в плане финансового контроля. Все программы принимаются вместе с законом о бюджете, рассматриваются всеми комитетами, по всем ним имеется заключение счетной палаты. Изменение финансового обеспечения программ вносится только законом о бюджете. Если меняем закон о бюджете, вносятся изменения в программы. Поэтому, вот когда идет ссылка только на одну статью, все забывают о том, что программа – это способ исполнения принятого законодательным собранием, в том числе расходного обязательства. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, другая статья. Изменения в программу вносит администрация в течение 3 месяцев после того, как законодательное собрание изменило общий объем расходного обязательства. Вот в этом плане как раз и есть заключение администрации. То есть закон обязывает, если вот его можно так трактовать, как, кстати, и говорят в выступлении, он обязывает исполнять решение законодательного собрания по программам. Ну, такого нет в бюджетном кодексе, и я не знаю, где юристы нашли эту норму. А то право законодательного собрания участвовать в этом работе, оно реализовано в законе, принимаемом о бюджете, и во всех изменениях к закону о бюджете. Поэтому, извините, абсолютно подтверждаю та позиция, которая заключена в тех заключениях, которые даны администрации по данному законопроекту. Спасибо большое, Вячеслав Павлович. Коллеги, ну не хочу спорить с Вячеславом Павловичем, уважаем, он у нас очень уважаемый финансист и очень долго работает, но хотелось бы буквально 2 слова сказать, Вячеслав Павлович, все-таки программы не принимаются вместе с бюджетом, они утверждаются губернатором. Это, так скажем, прописано в федеральном законе. Спасибо. Казаков Сергей Валентинович, пожалуйста. Я считаю, что Вячеслав Павлович очень... Скрипит. Алло. Что-то у вас там такое, скрипит. Звук скрипит. Наверное, связь плохая. Вы зависаете. А-а-а. Вас непонятно. Понятно. Жалко. Сейчас... Одно слово понял, непонятно. Коллеги, еще, пожалуйста, вопросы. А вернее, депутат, желающий выступить. Картухин Вячеслав Юрьевич, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, ну, я хотел бы поддержать, во-первых, Владимира Николаевича в таком легком оппонировании Вячеславу Павловичу. Но риторический вопрос, на самом деле, давайте зададим друг другу. Может быть, вообще губернатору... Не нужен такой государственный орган, как законодательное собрание Владимирской области. Вот, я думаю, что как раз вот законопроект, который мы сегодня рассматриваем с вами, направлен на то, чтобы все-таки депутаты более активно участвовали в обсуждении программ, которые разрабатываются в недрах администрации области, с учетом интересов жителей Владимирской области. Вот, и то, что мы это делаем сегодня, будем предъявлять вето, это очень правильно. Вот, а то, что губернатор вето наложил, я считаю, что это, ну, достаточно большой минус губернатору. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Шамиль Фаильевич, выступление. Уважаемые коллеги, действительно была дискуссия на профильном комитете по бюджетной налоговой политике по данному, как бы, вопросу, и слышали разные мнения, и в том числе мнение администрации области. Ну, хочу сказать, что наша фракция, естественно, всегда выступает за, так скажем, власть советов и как можно больше полномочий законодательным органам власти и также местным органам власти.
но все-таки считаем то, что есть и доля правды у стороны администрации области. Возможно, все-таки тут нужно прислушаться или присмотреться к их мнению в этом плане и пока не преодолевать сейчас вето. В целом, конечно, дух закона мы поддерживаем, но, возможно, где-то и мы ошибаемся. Спасибо. Спасибо большое. Вячеслав Павлович Кузин, повторное выступление. Да, разрешаете, да? Да, конечно, Вячеслав Павлович. Поэтому, раз уж вы меня попытались так сказать, я вам объясню. В числе 15 тысяч страниц вместе с законом и бюджете все программы направляются в законодательное собрание. Именно по ним счетная палата дает заключение. Если вы обратите внимание, там и заключение по госпрограммам тоже. Кроме того, все госпрограммы принимаются постановлением губернатора. Все постановления губернатора направляются в законодательное собрание. Другой вопрос. Что утверждаете мои слова. Вы имеете возможность их рассматривать. Поэтому в законе бюджете в обязательном плане, а наш бюджет состоит 95% из государственных программ, если вы об этом помните. Я просто вынужден вам об этом напомнить. Слава Павлович, абсолютно правильно вы подтвердили мои слова, те, которые я сказал. Спасибо вам большое. Спасибо. Программы вы не рассмотрели? Или конечно, нет. Программы мы не рассматриваем, они просто прилагаются к бюджету. Абсолютно правильно. Но принимает их не законодательное собрание, не вместе с законом, а принимает их губернатор. Программа... Вопросы, выступление. Антон Сергеевич, пожалуйста. Да. Да, уважаемые коллеги, ну, честно говоря, к сожалению, последние, наверное, пару десятилетий на федеральном уровне, я считаю, сознательно принижалась именно роль органов законодательной ветви власти. Да, я хотел бы напомнить, что в свое время, еще в 90-е годы, госпрограммы, ну, вообще-то утверждались законодательным собранием, да, собственно. Эта роль была именно у парламента. Вот. И действительно, больше ли статистов. Безусловно, это недопустимо. И хотел бы обратиться в связи с этим как раз-таки к губернатору, к профильным замам, с требованием, что подобные документы должны направляться нам заранее. Это безусловно. Однако, есть, в общем-то, и действительно бюджетный кодекс, где прописано, что все-таки прерогатива принятия госпрограмм сегодня – это прерогатива исполнительного органа власти, в том числе принятие механизмов, сроков. Поэтому мы должны это учитывать. И в том числе, конечно, мы должны учитывать, я считаю, что и нынешнюю непростую ситуацию в регионе, в целом в стране и связанную с эпидемией, с кризисом в экономике. Поэтому, наверное, сегодня не то время, когда мы можем идти просто на какие-то конфликты, откровенно говоря, но если не на ровном месте, то не по ключевым принципиальным вопросам, а по вопросам, прежде всего, процедурным. Но я считаю, идти на преодоление вето и идти на конфликт очередной между законодательным собранием и губернатором, ну, наверное, это не своевременно. Поэтому я предлагаю все-таки не преодолевать сегодня вето, однако потребовать от губернатора, чтобы он, в общем-то, считался с законодательным собранием и своевременно направлял еще не подписанные, не принятые программы, чтобы мы все-таки свою роль, пускай рекомендательную, но тем не менее исполняли. Спасибо. Спасибо большое. Александров Вячеслав Олегович, пожалуйста. Вячеслав Олегович, пожалуйста. Александров. Хорошо, добрый день, коллеги. Добрый день. А, слышно меня? Да, да. Да. Добрый день. Хочу все-таки ответить Вячеславу Юрьевичу Картохину, что нельзя ставить так вопрос о том, что нужно губернатору законодательное собрание или не нужно. Хочу отметить, что таких полномочий, как в данном созыве, законодательное собрание ранее не имело. Поэтому, наверное, не очень корректно так ставить вопрос. Второе.
как уже Вячеслав Николаевич сказал, у нас существует закон по бюджету, который гласит о том, что все государственные программы и все расходы на государственные программы проходят через бюджетный проект, процесс. И да, бюджеты утверждает в том числе и законодательное собрание, даже не в том числе, а путем голосования. Да, мы подтверждаем, что мы готовы потратить те или иные деньги. И также об этом гласит и 179 федеральный закон. Да, то есть, поэтому считаю, что преодолевать вето на сегодняшний день действительно не надо. Спасибо. Спасибо большое. Бирюков Сергей Евгеньевич, пожалуйста. Сергей Евгеньевич, да. Еще раз повторите, вас не слышно было. Уважаемые коллеги, мы уже дискутировали по этому закону, и я хотел бы высказать и свою позицию, и позиции фракции «Справедливая Россия». Что касается конфликта, вот коллеги из КПРФ говорят, что не надо вступать в конфликт с губернатором. Конфликта никакого нет. Есть как раз конструктивные противоречия, о которых Антон Сергеевич сказал, о том, что программы мы на комитетах рассматриваем, те, которые уже приняты. Да? И вот эти противоречия как раз устраняются предлагаемой редакцией закона. Ну и, соответственно, хотел призвать коллег из КПРФ, которые говорят о власти советов, да, и декларируют о том, что они всегда поддерживают усиление полномочий советов всех уровней, да, в том числе и законодательного собрания. Переходить от декларирования, собственно говоря, к действиям, да, и поддержать, собственно говоря, этот закон. Фракция «Справедливая Россия» поддерживает принятие данного закона. Спасибо. Спасибо большое. Корнишов Сергей Викторович, пожалуйста. Коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, конфликт, к сожалению, уже есть. А конструктивно решать его никто не хочет. Потому что сейчас мы слышали, Михаил Юрьевич считал, что у нас правовое управление иначе считает. Управление правовое губернатора считает тоже иначе. Поэтому, ну что, я больше чем уверен, что сегодня вето будет преодолено. Хотя мы будем, конечно, против и поддерживать губернатора. Ну, дальше создадим, видимо, прецедент. Дальше суд. Там будет видно, кто прав в этой ситуации. Спасибо. Спасибо большое. Максим Леонардович, пожалуйста. Шевченко. Уважаемые коллеги, мне кажется, что сама проблема-то правильная, по большому счету. Что, конечно, хотелось бы, чтобы все это не носило характер какой-то, знаете, игры детской, где документы получаются постфактум. Мне кажется, что проблема в несогласованности процедуры, просто этого взаимодействия. Само взаимодействие между губернатором, его правительством области и Заксобранием – важная вещь, усиливающая в целом законодательную базу и законотворческую работу, деятельность на благо губернатора и на благо правительства, и на благо Заксобрания, и на благо всех граждан. Потому что каждый тогда в своей зоне ответственности имеет право заранее каким-то образом соотнестись с позиции всех сторон. Но процедура-то, Михаил Юрьевич, не представлена. Представлены только благие намерения, а благими намерениями, как известно, выслана дорога в ад. Я понимаю, что сейчас у вас во фракции «Единая Россия» вот Вячеслав Юрьевич в роли оппозиционера выступает. Главное, чтобы как бы не скатиться, Вячеслав Юрьевич, в правый уклон, не стать таким Бухарином, знаете ли, в современной фракции. Мы это все видим. Я думаю, что это вопрос вообще не политический, а методологический, по большому счету. Поэтому я предлагаю просто совместно с губернатором с его уполномоченным представителем, да, в ситуации, когда далеко, прямо скажем, ни страна, ни регион не преодолела эту угрозу, будет носить характер просто политического какого-то тенетолкайства. Не хотелось бы, чтобы Заксобрание подозревали в подобных амбициях. Поэтому давайте еще раз доработаем процедуру, эти документы будут нам поступать, чтобы наши замечания и имели какое-то правовое основание юридическое, когда они будут возвращаться к губернатору. Если не хватает, правда, заседания комитета, тогда может еще что-то придумать. Но тут у вас есть профессиональные юристы, поэтому жду от них скорее советов по этому вопросу. Спасибо. Так,
уважаемые коллеги. Ну, во-первых, действительно, сегодня очень много таких схожих высказываний у меня и Максима Леонардовича, и по данному вопросу со многими его высказываниями я бы готов согласиться. Единственное, что, коллеги, давайте вспомним, что мы не раз уже эту тему обсуждали, и неоднократно я лично на заседаниях ЗАГС Собрания обращался к губернатору выстроить нормальное взаимодействие по госпрограммам с депутатами. Ведь элементарно можно было просто привлекать депутатов ЗАГС Собрания, обращаясь к Владимиру Николаевичу Киселеву, там, соответственно, к депутатам ЗАГС Собрания, привлекать к разработке программ, понимаете? И этого не произошло. То есть, в принципе, можно было обойтись без таких решений. То есть, неоднократно этот вопрос ставился. Поэтому, и Антон Сергеевич, я хочу сказать, что здесь, условно говоря, лимит обращений, он уже исчерпан. Вот почему и возникает сегодняшняя ситуация. Но не могу согласиться с коллегами из других фракций, что это конфликт. Ни в коем случае, это лишь, условно говоря, разная аргументация, разный подход к решению вопросов. Спасибо за внимание. Фракция «Единая Россия» единогласно будет преодолевать вето губернатора. Тут с микрофоном что-то. Микрофон где? Микрофон. Ну, давай. Сейчас ты выключишь. Микрофон где? Не слышно. Иван Павлович, микрофон работает. Да. Заработал, спасибо. Я не вижу ничего плохого в усилении депутатского контроля за народными деньгами. Ведь наша цель — это не дать чиновникам злоупотреблять бюджетными, то есть нашими народными деньгами. То есть я, так сказать, реально стою на оппозиции «Вся власть советом», и не только на словах, а, так сказать, реальными делами. Поэтому, так сказать, необходимо поддержать этот закон и защитить народные деньги. То есть тут нет никакой политики. Здесь есть экономика и защита интересов простых людей. Спасибо. Спасибо большое. Казаков Сергей Валентинович, пожалуйста. Сергей Валентинович, пожалуйста, вас... Вторая попытка. Слышно меня? Сейчас слышно, немножко обрывочно, но слышно. Слышно? Да, слышно. Ага. Уважаемые, вы знаете, когда я работал депутатом, буквально с 96 года, у нас все программы ждали депутатов законодательного собрания. Потом, вот в последние годы, кстати, при участии активном партии «Единая Россия», все программы передали на власть. Поэтому сегодня, как бы, это факт, и бюджетный кодекс на стороне исполнительной власти, поэтому вот наш партнер как-то взять себе частичку, я считаю, необходимых властных полномочий, она не совсем верная. Нам надо федеральный закон, который бы снова вернул право утверждать вот эти все программы. А сегодня вот эти полумеры, они ничего не дадут. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Михаил Юрьевич Максюков, повторное выступление. Коллеги, я хотел бы еще раз пояснить, что речь не идет о попытке присвоения законодательным собранием полномочий по утверждению государственных программ. Мы просто уточняем порядок работы над государственными программами, над вот этими документами. Мало того, эти уточнения позволяют более оперативно это сделать. Вместе с заключением Счетной палаты предоставляются проекты государственных программ в законодательное собрание. Прошу не драматизировать эту ситуацию, это действительно больше технический вопрос, но полагаю, что для регулирования работы законодательного собрания и администрации области взаимодействия нашего, это очень важно сделать. Прошу одобрить закон в ранее принятой редакции. Да, спасибо большое. Пожалуйста, Роман Валерьевич Каин. Уважаемые коллеги, тоже вот в дополнение, да, наполнить историю вопроса. Мы с вами сначала настаивали на том, чтобы направлялись обязательно в законодательное собрание государственные программы. Почему-то представители администрации возражали, и мы вынуждены были, ну, как бы, законодательно эту норму обеспечить, да. Вот. После этого программы стали направляться в законодательное собрание. Но почему-то в день направления губернатор стал их подписывать. И поверьте, не возникло бы вот ни сегодняшнего вопроса и необходимости преодоления вето, если бы действительно это не происходило так, как это сейчас происходит.
И внесенный проект закона, вот, ну просто о механизме, как это работает, о государственной программе, чтобы все понимали. То есть есть профильный там департамент, да, который там предлагает изменить, либо новую программу предлагает. Он ее вносит в виде проекта тоже, да, и эта программа проходит цепочку согласований по структурным подразделениям администрации Владимирской области. И если в этой цепочке окажется после принятия закона законодательное собрание, ведь плохого-то ничего не будет. Мы же плохого с вами, я еще раз повторю свой тезис, мы плохого с вами губернатору не посоветуем и его заместителям, и другим структурам подразделения. А может быть, наоборот, даже что-то увидим, что сами чиновники исполнительной власти не увидели. То есть речь идет о том, что вот пока этот документ ходит по администрации, он ходит там и 20, и 30 дней, и может быть даже дольше, вот мы с вами посмотрели, какие-то предложения в случае, когда они у нас есть, внесли. И только после этого губернатор в соответствии с его полномочиями будет подписывать эту программу. То есть речь идет всего-навсего об этом, но почему-то действительно мы свели к ситуации, к необходимости преодоления вето. И я хочу обратиться к коллегам из фракции КПРФ. Коллеги, будьте последовательны. Ну, вы, конечно, последовательны на самом деле. Мы видим, как вы последовательно на словах критикуя позицию губернатора, исполнительной власти, на деле... Ну, очень часто, в общем-то, выступаете при голосовании по-другому. Да, Сергей Ильич, пожалуйста. Корнишов. Коллеги, я для депутатов просто хочу сказать, кто в комитет не входит. Вчера на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике только половина депутатов была за то, чтобы его сегодня рассмотреть на заседании законодательного собрания. Только половина из депутатов, которые вчера были на заседании. И решение было принято только благодаря тому, что Михаил Юрьевич председатель комитета. Спасибо. Спасибо большое. Антон Сергеевич, пожалуйста, повторное выступление. Хотел повторить. Вас не слышно, Антон Сергеевич. А сейчас слышно. Да, слышно. Да. Так, коллеги, не хотел повторно выступать, поскольку суть позиции фракции КПРФ я изложил. Однако тут прозвучали оценки по поводу последовательности. Роман Валерьевич, ну, благодаря последовательности партии «Единая Россия», ее политики, мы видим, к чему пришла наша страна сегодня. И наш регион в том числе, благодаря правлению члена вашей партии Светланы Юрьевны Орловой. Поэтому давайте, что касается моральной стороны, ну вот это вообще не обсуждать. Не вам и не представителям вашей партии говорить о морали. Спасибо. Коллеги, давайте не будем партийную принадлежность. Споры устраивать. Мы с вами не партийными занимаемся делами, а ну, серьезный вопрос обсуждаем. Практически. Пожалуйста, Вячеслав Олегович. Хочу обратиться к Михаилу Юрьевичу. Михаил Юрьевич, если это чисто технический вопрос, который, в принципе, для вас ничего не значит, зачем тогда идти на конфликт и навязывать эту точку зрения, да, то есть и продавливать этот сейчас закон и устраивать вот эту вот, ну, как бы показательную порку, очередную, как уже здесь происходит. Не проще ли действительно, как уже было сказано и ранее, и сейчас выступавшие говорили, давайте как бы налаживать взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, более плотно, более четко отрабатывать, да, предоставлять определенный регламент при предоставлении документов, разрабатывать эти регламенты, а не сейчас вот так вот просто топорно, по медвежьи продавливать этот закон. Спасибо. Максим Леонардович, пожалуйста, повторное выступление. Да, уважаемые коллеги, я просто немножко теряюсь. Дело в том, что полномочия по госпрограммам все равно у правительства, у администрации. И на самом деле, Михайлович, если я не прав, то поправьте меня, пожалуйста, прошу вас. И на самом деле, в данном случае, голос Заксобрания, ну, чисто формально носит только рекомендательный характер. Да, вы правы. Поэтому я еще раз говорю, да, поэтому я еще раз говорю, зачем мы ломаем копии из-за того, просто чтобы наш голос звучал громче или тише. Если мы хотим реально, чтобы мы влияли, как депутаты разных фракций, с разными позициями или с единой позицией по какому-то вопросу, на очень важный вопрос, допустим, на госпрограммы или на бюджетные какие-то программы, то необходимо представить механизм,
как это влияние будет осуществляться, согласовать его с правительством. Этот механизм, Михаил Юрьевич, вами не представлен, простите. Представлены только опять благие пожелания, благие намерения. Мне кажется, крайне опасно двигаться вперед, руководствуясь только благими намерениями и делать вид, что они нами руководят. Поэтому я соглашусь с Антоном Сергеевичем, не той партии, глава которой возглавлял до 2019 года страну и привел ее к катастрофе, а именно Медведев, как говорится, указывает нам, как нам жить и как нам строить время. Наше будущее. Время. Да, Михаил Юрьевич, пожалуйста. Это не просто намерение. Процедура работы с государственными программами детально регламентирована. В том числе предлагаемый законопроект регламентирует ее еще более детально и вносит ясность в то, как это должно происходить. Я предлагаю Владимиру Николаевичу прения прекратить и перейти к голосованию по этому вопросу. Спасибо большое. Поступило предложение на прекращение прений. Никто не выступает, никто не настаивает на выступлении, коллеги. Никто не настаивает. Ну, буквально два слова. На самом деле, я не вижу никаких конфликтов. Мы достаточно конструктивно работаем сейчас с областной исполнительной властью, но мы считаем, что депутаты имеют право отстаивать свое мнение. Потому что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что мы с вами на самом деле приняли закон, который не работал. Закон, в соответствии с которым губернатор должен был направлять программы в законодательное собрание. К сожалению, как мы с вами уже знаем, они направлялись после утверждения эти программы. То есть смысл согласовывать программы после утверждения совершенно отсутствует. Дважды мы направляли письма в областную администрацию с просьбой изменить данную ситуацию и направлять программы все-таки до утверждения, с тем, чтобы депутаты законодательного собрания могли ознакомиться с этими программами и высказать какие-то свои предложения, которые учтет губернатор, либо не учтет губернатор. Но предложения-то высказываются до утверждения программ. Какой смысл после утверждения программы высказывать свои предложения? Смысл отсутствует. Поэтому мы приняли с вами на прошлом заседании законодательного собрания закон, который обязывает областную администрацию губернатора направлять нам эти программы до утверждения. Никаких конфликтов, никакого, так скажем, политизирования я здесь не вижу. Абсолютно нормальная рабочая ситуация. Поэтому мое мнение тоже прения, вето нужно преодолевать. Спасибо большое. Переходим к голосованию, коллеги. Кто за данное предложение, за преодоление вето, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, нам с вами нужно набрать 26 голосов. Просьба голосовать. Закон. Коллеги, все проголосовали или не все? Так, 24 голоса проголосовали, плюс 2 голоса за. Закон проходит, принимается. Следующий вопрос. О законе Владимирской области о предоставлении действий отдельных, о приостановлении действий отдельных законодательных актов. Я короче скажу. Закон о льготах для отраслей экономики в соответствии с пострадавших от коронавирусной инфекции. Максюков Михаил Юрьевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги. Законопроект, разработанный фракцией «Единая Россия» в законодательном собрании Владимирской области, после многократных обращений, в том числе публичных, предпринимательских сообществ региона с предложениями дать поддержку тем малым, средним и микропредприятиям, которые сейчас пострадали в условиях коронакризиса.
Фракция «Единая Россия» таким образом протягивает руку малому, среднему и микробизнесу, особенно тем предприятиям, которые ощутили на себе все негативные последствия текущей ситуации. Предлагаются беспрецедентные меры налоговой поддержки для предприятий региона. Предлагается снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и по базе доходы, и по базе доходы минус расходы. Также снижение годового потенциального дохода по патентной системе налогообложения в два раза. Снижение в два раза транспортного налога для предприятий в сфере груза и пассажироперевозок. А также льготы по налогу на имущество организациям, снизившим арендную плату арендаторам из наиболее пострадавших отраслей. Этими налоговыми льготами, этими мерами поддержки в непростых условиях коронакризиса смогут воспользоваться в нашем регионе более 15 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. Обращаю внимание, что большинство из них – это совсем небольшие предприятия, которые оказались в этих условиях один на один с бедой. Объем выпадающих доходов в связи с этими мерами ожидается расчетно и по максимальной оценке около 556 миллионов рублей, в том числе 419 миллионов областного бюджета и местных бюджетов 136 миллионов. Однако депутаты при проработке законопроекта особо обращают внимание на то, что выпадающие доходы местных бюджетов должны быть возмещены из областного, так чтобы муниципалитеты получили компенсацию этих средств. Должен сказать, что после внесения законопроекта в закрытое собрание фракции «Единая Россия» поступил, через три недели после этого поступил похожий законопроект губернатора области. Принципиальное отличие законопроекта «Единой России» от законопроекта губернатора в том, что помощь оказывается по депутатскому законопроекту более широкому кругу предприятий и организаций. В частности, примерно на 5000 организаций области по депутатскому закону получат льготы больше, чем если бы перечень поддерживаемых видов деятельности ограничился перечнем правительства, как это было предложено в губернаторском законопроекте. Вот это было главное отличие наших законопроектов. Мы долго дискутировали на ту тему, какие все-таки объемы мер поддержки будут правильны в текущей ситуации. Ну и поскольку сегодня вот уже Владимир Владимирович и Александр Александрович выступали, насколько я понял их позицию, предложение партии «Единая Россия», здесь фракция «Единая Россия», здесь определяется как основное и принципиальных возражений уже у администрации области не вызывает, насколько я мог судить по этим их выступлениям. Бизнес ждет эту поддержку. Очень важно принять этот закон сейчас для того, чтобы как можно больше предприятий могли ими воспользоваться. Еще раз повторю, что законопроект прорабатывался совместно с «Опорой России», «Деловой России», «Торгово-промышленной палатой» и в тесном взаимодействии. Мы с вами что-то это совсем разболтались насчет этого. Эти предпринимательские сообщества. Ну и мы рассчитываем, что в дальнейшем конструктивное взаимодействие с администрацией области в вопросах поддержки экономики региона будет укрепляться. Предлагаем поддержать. Законопроект был рассмотрен на заседании Комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания области. Комитет рекомендует принять этот закон в двух чтениях с учетом 12 согласованных поправок. Спасибо, Михаил Юрьевич. Пожалуйста, коллеги, вопрос. Михаил Юрьевич. Вопросов нет, Михаил Юрьевич. Пожалуйста, депутаты, желающие выступить. Лично нет, всем понятно, по-моему. Да, ну, пожалуйста, Вячеслав Юрьевич Картухин. Да, уважаемые коллеги, да, всем все понятно, но здесь надо четко понимать, что «Единая Россия» провела огромную работу по подготовке данного законопроекта с учетом, прежде всего, тех, на кого он направлен, и фракция «Единая Россия» единогласно поддерживает принятие данного закона. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Викторович. Сергей Валентинович, закон, пожалуйста. Да, коллеги.
Сергей Валентинович, вас не слышно и непонятно, что вы говорите. Вообще ни одного слова не слышно. Сергей Валентинович, вас не слышно. А других особо нет. Вот, и предложение, поэтому я бы не перевел так одеяло. Понятно? Кроме одеяла, ну, ладно, больше... Может, Шамиль тогда скажет. Пожалуйста, Шамиль. Юрьевич, подскажите, вы позиционируете... Не-не-не, две секунды. Мы наше выступление, Шамиль Михайлович, вопрос вы проспали. Уже выступление. Уже выступление. Если выступление, пожалуйста. Выступление. Закон позиционируется как инициатива фракции «Единой России», но в начале нашего состояния законодательного собрания губернатор Владимир Сипягин сказал то, что это была и его проработка, его как бы заместителя, и поэтому вот я вот, честно говоря, и не понял, все-таки чья это инициатива. Конечно, в целом поддерживаем, понятная ситуация, естественно. Да. Ну, просьба просто слушать, что говорится на заседании, не отвлекаться. Не успеваю, Владимир Николаевич. Да, пожалуйста, Михаил Юрьевич, поясните, пожалуйста, Михаил Юрьевич. Поясните, пожалуйста, еще раз, Михаил Юрьевич. Меня слышно? Спасибо. Да. Знаю, что законопроект разработан, внесен фракцией «Единая Россия». Действительно, через 3 недели после внесения похожий законопроект был внесен губернатором. Отличие его я назвал. Это суженный по сравнению с законом депутатов перечень отраслей, которым оказывается поддержка. Мы, конечно, старались прорабатывать этот законопроект совместно с представителями администрации Владимирской области. Скажем так, под конец работы мы действительно вышли на хорошее, неплохое взаимодействие с администрацией области. До этого, признаю, были шероховатости. Но повторю, что инициатива и проработка этого законопроекта – это дело фракции «Единая Россия» в ЗАГС Собрании. Да, Вячеслав Олегович Александров, пожалуйста. Александров Вячеслав Олегович, да. Да, да. Пожалуйста. Да, меня слышно? Да, да, слышно. Закон действительно нужный, закон хороший. Однозначно будем его поддерживать, но все-таки действительно не нужно уж так прям явно и сильно там говорить, принижать... в этой проработке там администрацию, да, и все лавры приписывают только одной единственной фракции. Более того, хочу сказать, вот сейчас вот прозвучало, Михаил Юрьевич, от вас, что «Единая Россия» беспрецедентно протягивает руку помощи, а в конечном итоге пополнять бюджеты муниципальных образований будет из Владимирской области, а не из бюджета фракции «Единая Россия». Поэтому давайте как-то, быть более корректны в высказываниях, да, и мы принимаем закон на поддержку наших граждан, а не для того, чтобы пропиарить какую-то партию. Спасибо. Да, пожалуйста, еще депутат, желающий выступить. Коллеги, нет больше желающих выступить. Пожалуйста, тогда переходим к голосованию. Переходим к голосованию. Так, пожалуйста, идет голосование. Один за, против нет, двое воздержались. Кто-то не проголосовал. Закон в первом чтении принят. 12 согласованных поправок. Есть ли возражения по данным поправкам, коллеги? Возражений нет. Тогда голосуем за поправки. Идет голосование. Тридцать за, против нет, один воздержался, плюс 2 голоса за. И закон во втором чтении идет голосование. Тридцать за, один воздержался, против нет и 2 голоса за дополнительно. Следующий вопрос о внесении изменений в закон Владимирской области об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области. Алексей Михайлович Русаковский. Да, за постановление. Извините, коллеги.
мне подсказывают, мы не проголосовали еще за постановление. В нем содержится рекомендация губернатору. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, постановление. Идет голосование. Постановление к данному закону. Двадцать семь за, четверо воздержались, плюс два голоса за. Алексей Михайлович Русаковский, пожалуйста, по объявленному уже вопросу. Алексей Михайлович, пожалуйста, вас не слышно, Алексей Михайлович. Да, Алексей Михайлович, повторите, пожалуйста, вас не было слышно. Решение комитета рекомендовать депутатам законодательного собрания Владимирской области принять проект закона Владимирской области о внесении изменений в статью 1 закона Владимирской области об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области во втором чтении. Поправки в законопроект в законодательное собрание не поступали. Ну и от себя два слова, если можно. Я те ограничения, которые сделаны вот в этом законе, ну, попросил принять, значит, но отодвинул бы раз в 10 дальше. Все места от жителей, от школ и от общественных мест. Спасибо. Спасибо, Алексей Михайлович. Коллеги, есть ли вопросы к депутатам? Есть ли вопросы к докладчику? Нет. Дмитрий Анатольевич Рожков, есть желание выступить как автор данной инициативы? Нет. Депутаты, желающие выступить по данному вопросу? Вячеслав Олегович Александров, пожалуйста. Вячеслав Олегович Александров, пожалуйста. Я бы, конечно, хотел задать вопрос просто Дмитрию Анатольевичу Рожкову, но вот его нет, поэтому просто продекларирую, что я голосовал за принятие этого закона и сейчас проголосую за. Единственное, что была поправка губернатора, которая гласила об изменении метража торгового, ну, обслуживающего зала до 40 квадратных метров. Просто хотелось бы узнать, насколько глубоко была проработана данная тематика, ну почему-то в законе там принято 50, там, а не 40. Вот как глубоко было проработано, и действительно, что мы, принимая сейчас этот закон, все-таки максимально не попадем в какие-то предприятия, которые после принятия закона будут вынуждены закрыться, хотя они, ну, в общем-то, там никаких законов не нарушали. Вячеслав Олегович, я отвечу на данный вопрос, если можно. Значит, предварительно мы направляли данное предложение в опору России, направляли в каждому главе органов местного самоуправления, чтобы они осмотрели, оценили ситуацию с их предприятиями общественного питания. Предложений никаких не поступило ни от кого. Значит, единственная поступила поправка от губернатора, я не знаю, насколько она была проработана, эта поправка, потому что мы посмотрели, предложение, прошу прощения, потому что мы посмотрели вот эту разницу 10 метров, какие организации подпадают конкретно под эти 10 метров разницы. У нас получилось 10 организаций, я могу вам просто назвать. Бар «Градус Мурма» называется, бар «Рубин», бар «Юг-Север», бар «Эльдорадо-Экспресс» и остальные все под такими же примерно названиями. То есть ни одного, так скажем, нормального предприятия общественного питания здесь нет. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Да, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, хотите выступить, пожалуйста. Да. Добрый день еще раз, уважаемый Владимир Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги. Был задан вопрос, насколько мы глубоко проработали данную тематику. Хочу с полной ответственностью заявить, что... Я вроде как ответил уже на этот вопрос. Второй раз отвечаете.
В смысле? Иван Павлович, или что-то может еще сказать? Иван Павлович, пожалуйста. Спасибо. Закон очень нужен. Жители очень меня просили поддержать этот закон. Если уж по-хорошему, то необходимо вопросы открытия наливаек в жилых домах или рядом обязательно согласовывать с жителями этих домов. Тогда бы не было ни коррупции и ни злоупотреблений, потому что жители всех не подкупят, и мнение будет реальное, народное. Это вот такое пожелание, чтобы власть согласовывала эти вопросы с жителями путем поквартирного опроса или общего собрания. Спасибо, Иван Павлович. Нет, и вот, ну, дальше. Время, регламент. Позиции. Никаких наливаек в жилых домах быть не должно. И рядом с детьми, школами и детскими садами. Там должны быть детско-юношеские клубы, занимающиеся спортом и патриотическим воспитанием. Потому что мест... Регламент, Иван Павлович, регламент. Все понятно. Да, да. В общем, алкоголю нет, спорту и патриотизму да. Спасибо. Так, коллеги, еще желающие выступить по данному вопросу? Нет больше желающих. Тогда, коллеги, вот есть предложение у нас такое. Мы останавливаемся на 50 метрах. И потом смотрим, если, предположим, какие-то все-таки организации мы не учли, они подпадают под запрет, и это нормальное, там, бар, вернее, кафе или ресторан, то тогда мы можем еще раз вернуться с вами к этому вопросу. Переходим к голосованию. Идет голосование. «32 за, против воздержавшихся нет». Спасибо, коллеги. Закон о втором чтении принят. +2 голоса за. Следующий вопрос об изменении закона Владимирской области о социальной поддержке и социальном обслуживании граждан. Цыганский Александр Васильевич, пожалуйста. Депутат законодательного собрания, разработчик. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, меня слышно? Да, слышно. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию проект закона о льготной ипотеке для работников культуры, государственных и муниципальных учреждений культуры. Хочу напомнить всем, что на публичных слушаниях по бюджету Владимирской области на 2020 год профсоюзными работниками культуры был озвучен этот вопрос, и в начале этого года я внес проект закона на рассмотрение законодательного собрания. За эти 5 месяцев проведена большая работа. Мы учли все потребности, которые возникали работников культуры, учли пожелания администрации области, счетной палаты, профсоюзов, и сегодня представляем уже согласованную позицию по закону. Суть закона такова, что мы предлагаем всем работникам учреждений культуры, государственных и муниципальных, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлять субсидию с областного бюджета в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 400 тысяч рублей. Кроме того, законом предусматривается 50-процентная оплата процентной ставки за пользование кредитом на протяжении 5 лет. Считаю, что те 2 задачи, которые мы ставили перед собой, разрабатывая этот закон, это первое, это удержание и сохранение высококвалифицированных кадров учреждений культуры, и второе, это привлечение новых молодых кадров в отрасль, будет решено. Прошу поддержать данный проект закона. Спасибо. Владимир Николаевич, доклад окончен.
уважаемые коллеги. Александр Васильевич. Подключились. Да, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Коллеги, вопросы к докладчику. Что? Да, Сергей Ильич, пожалуйста. Уважаемый Александр Васильевич, с какого времени вступает сила, будет вступать сила, если мы сейчас его поддержим, примем закон? Спасибо за вопрос. Как я сказал, что последняя редакция, которая сегодня представляется на заседании законодательного собрания, это согласованная редакция, в том числе с администрацией, учитывая, что мы сейчас находимся не в простой экономической ситуации, поэтому законом предлагается вступление в силу с 1 января 2021 года. Спасибо. Борис Николаевич. Борис Николаевич, пожалуйста. А если... Слышно меня? Да, слышу, Лариса Николаевна. Средний возраст работников культуры Владимирской области 47 лет. Почему вы тогда ограничили возраст получателей ипотеки 45 лет? Спасибо, Лариса Николаевна, но у меня есть тут тоже стат данные, что всего 28% работников культуры составляют в возрасте от 46 до 60 лет. Средний возраст работников никак не 46 лет. Но, как я сказал, что мы главные две задачи ставим. Первое – сохранение существующих кадров. И второе – это привлечение новых, молодых, высококвалифицированных кадров в отрасль. Спасибо. Еще вопрос, коллеги. Вопросов больше нет. Пожалуйста, Сергей Евгеньевич Бирюков, председатель комитета. Уважаемые коллеги, данный проект закона рассмотрен на очередном заседании комитета по социальной политике и здравоохранению. К закону имеются две согласованные поправки. Комитет рекомендует законодательному собранию принять данный проект закона в двух чтениях с учетом поправок. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Пожалуйста, депутат, желающий выступить по данному вопросу. Вячеслав Юрьевич Картухин, пожалуйста. Владимир Николаевич, я хотел бы запросить мнение представителя администрации Вячеслава Павловича Кузина по данному вопросу. Вячеслав Павлович Кузин, пожалуйста. Вячеслав Павлович, слышишь нас? Вячеслав Павлович, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, слышим, Вячеслав Павлович. Слышите меня, но администрация же внесла и поддержала этот законопроект. 21-го года вопросов нет. Спасибо большое, Вячеслав Павлович. Коллеги, еще депутат, желающий выступить. Да, Лариса Николаевна Ельянова. Вячеслав Павлович, можно вопрос, так как он сейчас появился? Скажите, пожалуйста, Вячеслав Павлович, а с 21-го года эти деньги откуда будут выделены из областного бюджета? Какая статья расходов будет урезана в связи с принятием этого закона? Где вы возьмете эти деньги? Вячеслав Павлович не отвечает почему-то. Да, вот Вячеслав Павлович не подключается. Мы его приглашаем, не подключается. Понятно. Не подключается. Хорошо, коллеги, выступление, пожалуйста. Уважаемые коллеги, фракция «Единая Россия» единогласно поддерживает данный законопроект, который очень важен для работников сферы культуры, привлечения, прежде всего, молодых кадров в эту сферу. Спасибо. Да, спасибо большое. Ирина Михайловна Кирюхина, пожалуйста. Льготные ипотеки медицинских работников. За те годы, которые с 2015 года существует этот закон, мы привлекли в отрасль ежегодно по 60-70 молодых специалистов и специалистов уже, которые немножко поработали, но не имели своего жилья. Деньги эти черпаются из бюджета здравоохранения. Те, которые выделяются на здравоохранение, там есть такая статья. И у нас выступала на фракции Бирюкова, наша директор департамента культуры, и она сказала, что у них в отрасли эти деньги найдутся. Поэтому я поддерживаю этот закон, считаю, что он очень нужен. И культура – это наше все. Будет культура, будет
хорошее настроение у людей, будет позитив и будет желание жить и работать. Да, Вячеслав Олегович, пожалуйста, Александров. Хочу тоже сказать, что закон правильный, мы будем его поддерживать. И ответить на вопрос Ларисы Николаевны, что мы в ноябре будем принимать бюджет на 2021 год, где мы и будем рассматривать, откуда мы данные суммы будем черпать и какие статьи бюджета будем урезать или не урезать, и где мы будем добавлять. Спасибо. Да, Лариса Николаевна, пожалуйста. Закон нужный, вопросов нет. Просто единственное, хотела бы уточнить, что на данный момент времени и этим законом могут воспользоваться только 39 человек. 39 человек из всех работников культуры – это очень малый процент, очень малый процент. Поэтому хотелось бы еще один момент. Ипотеку нельзя оформить в сельских местностях, потому что ипотека не дается, дается только на многоэтажки, на многоэтажные дома. Поэтому закон немного однобокий и решает вопросы жилья только в городах, я считаю. Спасибо. Ну, я не согласен, ипотека дается и на малоэтажное жилищное строительство. Пожалуйста, Иван Павлович. Закон очень полезен и актуален. Хотелось бы только пожелать, чтобы мы не отставали от Москвы по зарплатам и мерам социальной поддержки. Наша цель – догнать и обогнать Москву. А закон полезен как первый шаг к этому. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли еще депутат, желающий выступить? Нет, тогда переходим к голосованию. Закон в первом чтении, идет голосование. Коллеги, просьба голосовать. 29 только за проголосовало, коллеги. Один воздержался. Кто-то не голосует у нас. Хорошо, 29 за, один воздержался. Две согласованные поправки. Идет голосование. Коллеги, голосуем. Двадцать семь за, один воздержался. Плюс два голоса за. Закон во втором чтении, идет голосование. Двадцать восемь за, 29 за, один воздержался. Закон принимается, плюс два голоса за. Следующий вопрос. О внесении изменений в закон Владимирской области, государственном долге Владимирской области. Бурова Ирина Александровна, заместитель директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики. Так, подключите Ирину Александровну Бурову. Коллеги, значит, закон приводит в соответствие наше областное законодательство с бюджетным кодексом. Есть ли необходимость заслушивать Ирину Александровну? Никто не настаивает на том, что она выступала? Никто не настаивает. Пожалуйста, вопросы к Ирине Александровне, коллеги. Чисто технический вопрос. Нет вопросов. Максюков Михаил Юрьевич, пожалуйста, представитель комитета бюджетной налоговой политики. Законопроект рассмотрен на заседании комитета бюджетной налоговой политики. Депутаты комитета рекомендуют принять закон в двух чтениях с учетом четырех согласованных поправок. Есть ли депутаты, желающие выступить? Нет, закон в первом чтении, идет голосование. Тридцать за, против воздержавшихся нет. Четыре согласованные поправки. Идет голосование. Нет. Четыре согласованные поправки, идет голосование. Тридцать за, против воздержавшихся нет. Закон о втором чтении, идет голосование.
Коллеги, голосуем. 29 за, 30 за, против воздержавшихся нет, плюс 2 голоса за. Следующий вопрос. О введении в действие на территории Владимирской области специального налогового режима налог на профессиональный доход. Ирина Александровна Бурова, пожалуйста. Опять подключите, Ирина Александровна. Да, пожалуйста, Ирина Александровна, расскажите про этот налог. Ну, еще в 2015 году указом президента 204 поставлена задача обеспечить благоприятные условия для тех, которые самозанятых граждан посредством создания нового налогового режима налога на профессиональный доход. С 2019 года он был введен в 4 регионах, с 1 января этого года в 19, и федеральным законом предоставлено право остальным регионам вводить этот налог на своих территориях с 1 июля 2020 года. Но этот эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 года. Конечно, цель введения этого налога – это не получение дополнительных каких-то доходов, а введение еще одной формы льготного налогообложения, при котором предприниматели могут платить этот налог по более низким ставкам, причем будет действовать еще и налоговый вычет в размере 10 тысяч с налога, который будут уплачивать налогоплательщикам. Налогоплательщикам будут и физические лица, и индивидуальные предприниматели. Кроме того, не будет представляться отчетность. И перейдя на этот специальный налоговый режим, граждане могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которые сейчас предусмотрены для малого бизнеса. Ну, как пример, вот в соответствии с поручением президента ПР-818 физическим лицам, плательщикам налога на профессиональный доход в текущем году будет предусмотрена единовременная выплата из федерального бюджета в размере минимального размера оплаты труда на уплату налогов в 2020 году. Значит, этот налог будет зачисляться в бюджет региональный в размере 63%, 37% будет зачисляться в федеральный фонд ОМС. И принять и опубликовать закон о введении этого налога нужно будет до 1 июня, то есть за месяц до вступления его в силу. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста, к докладчику. Ирина Александровна, сразу вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, вот работает сейчас индивидуальный предприниматель один, да, платит 6% налог на обменен на с дохода, да? Если он перерегистрируется как самозанятый, он уже будет платить 4%, да? Или как? Если или он, нет? Если он будет как физическое лицо, то с учетом налогового вычета будет платить 1%. 1%. Если как индивидуальный предприниматель, то с учетом налогового вычета будет платить 2%. Дохода. Значит, 4% это раньше было, сейчас уже 2. Все понял, хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста, Вячеслав Олегович. Александров Вячеслав Олегович. Как там долго Ирина доходит. Да, Ирина Александровна, добрый день. Вопрос. Означает ли это, что сейчас люди, которые занимаются посреднической деятельностью, как физическое лицо, должно будет зарегистрироваться онлайн, ну, пройти онлайн-регистрацию и стать как самозанятым. Только в этом случае он воспользуется вот этим процентной ставкой 4%, а не так, как сейчас платит 13% на доход физического лица. Спасибо. Зарегистрироваться в налоговом органе он должен, конечно. Вот. Есть специальный сайт «Мой бизнес» в налоговом органе, он предусмотрен. Ну, то есть встать на налоговый учет он должен, конечно. И будет платить уже как не 13%? А сколько он будет платить тогда? Сейчас платит 13, должен платить 13% как гражданин. А сколько он будет платить? Если это физическое лицо, с учетом налогового вычета 1%. 1%. Спасибо, спасибо. Хорошо, коллеги, еще вопросы есть? Нет вопросов. Михаил Юрьевич Максюков, пожалуйста. Законопроект, внесенный губернатором, проработан Комитетом по бюджетной и налоговой политике. Депутаты внесли одну поправку, показали пример конструктивной работы между администрацией и депутатским корпусом. И комитет единогласно предлагает поддержать указанный законопроект с учетом одной согласованной поправки. Спасибо большое. Депутаты, желающие выступить, пожалуйста.
Нет желающих. Переходим к голосованию. Кто за данный закон в первом чтении, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, голосуем. 28 за, против, воздержавшихся нет, плюс 2 голоса за. Одна согласованная поправка, идет голосование. Так, коллеги, кто-то не голосует, аж у нас Емельянова не голосует, еще кто не голосует, Смирнов не голосует. Коллеги, почему не голосуете? 29 уже. Двадцать девять за, против, воздержавшихся нет. Закон о втором чтении, идет голосование. Двадцать восемь за, против, воздержавшихся нет. Плюс два голоса за. Следующий вопрос. О внесении изменений в закон Владимирской области о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния. Значит, коллеги, здесь очень тоже изменения очень небольшие. Здесь передаются просто полномочия департамента ЗАГСа департаменту юстиции. Есть ли необходимость Михаилу Васильевичу выступать? Директор департамента юстиции. Нет, никто не настаивает. Нет, вопросы к докладчику, пожалуйста, Михаилу Васильевичу Новикову. Есть вопросы, коллеги? Нет вопросов. Александр Васильевич Цыганский, пожалуйста. Коллеги, данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании комитета по местному самоуправлению. Мною подготовлена одна техническая поправка и решение комитета рекомендовать законодательному собранию принять законопроект в двух чтениях с учетом одной согласованной поправки. Спасибо. Есть ли депутаты, желающие выступить? Закон в первом чтении, идет голосование. Два 30 за, против, воздержавшихся нет. Одна согласованная поправка, идет голосование. Тридцать за, против, воздержавшихся нет. Закон во втором чтении, идет голосование. Тридцать один за, против, воздержавшихся нет. Плюс два голоса за. Закон. Внесение изменений в закон Владимирской области о регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области. Романчев Михаил Юрьевич, директор департамента строительства и архитектуры. Коллеги, здесь у нас исключительно идет также технические вопросы о приведении в соответствие с федеральным законодательством. Есть необходимость, Михаил Юрьевич, заслушал. Коллеги, никто не настаивает. Никто не настаивает. Вопросы, Михаил Юрьевич, пожалуйста, коллеги. Вопросов нет. Потеев Андрей Викторович, пожалуйста. Добрый день, Владимир Николаевич, уважаемые коллеги. Данный законопроект был рассмотрен на заседании очередного комитета. Рекомендует комитет принять закон в двух чтениях с учетом 7 согласованных поправок. Спасибо, Андрей Викторович. Есть ли депутаты, желающие выступить? Закон в первом чтении, идет голосование. Тридцать за, против, воздержавшихся нет. Семь согласованных поправок, идет голосование. Тридцать один за, против, воздержавшихся нет. Закон о втором чтении, идет голосование. Тридцать один за, против, воздержавшихся нет. Плюс два голоса за.
Следующий вопрос. О внесении изменений в статью 19 закона Владимирской области о социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан. Кукушкина Любовь Евгеньевна. Пожалуйста, Любовь Евгеньевна, коротко суть вопроса. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, добрый день. Проект закона разработан с целью приведения норм областного законодательства с федеральным в соответствии с нормативным документом, принятым на федеральном уровне. Ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующих детей сегодня выплачиваются с учетом среднедушевого у нас в области дохода, а вот с федеральным, который меняет подход с учетом величины прожиточного минимума двукратной. Ну и вот норма закона, которая предлагается в проекте закона, значит, определять право на выплату критерием за основу взять и среднедушевой. В случае, если среднедушевой будет ниже двукратной величины, то принимать двукратную величину. Но сегодня, к примеру, за четвертый квартал среднедушевой доход 28 698, а вот двукратная величина прожиточного минимума 23 492. Согласно закону, будем брать та, которая сегодня выше. Ну и вот, конечно же, мы прогнозно посчитали, дополнительно потребуется 2 999 000 на текущий год. Ну, с учетом того, что вот есть у нас по статье расхода на выплаты труженикам тыла некоторые сокращения численности, то за счет этой экономии выплаты будут производиться. Прошу поддержать проект закона. Спасибо, Любовь Евгеньевна. Вопросы к докладчику. Вопросов нет. Сергей Евгеньевич, пожалуйста, берет. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, комитет рассмотрел на очередном заседании предложенный проект закона. К закону имеется две согласованные поправки. Комитет рекомендует законодательному собранию принять данный проект закона в двух чтениях с учетом поправок. Спасибо большое. Есть ли депутаты, желающие выступить? Нет, закон в первом чтении, идет голосование. Тридцать за, против, воздержавшихся нет. Две согласованные поправки, идет голосование. Тридцать за, 31 за, против, воздержавшихся нет. Закон о втором чтении, идет голосование. Тридцать один за, против, воздержавшихся нет. Закон принят, плюс 2 голоса за. Спасибо большое, Любовь Евгеньевна. Следующий вопрос. О государственной поддержке и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ольга Александровна Беляева, пожалуйста. Ольга Александровна Беляева, включите. Есть? Добрый день, уважаемый Владимир Николаевич. Да, Ольга Александровна, вас слышно? Слышно. Да, спасибо. Коротко. Суть вопроса в том, что предлагаемый проект приводит в соответствие с законодательством сферу социальной поддержки детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы предлагаем три новые поддержки, которые начнут действовать уже в этом году. Это прежде всего компенсация на обеспечение детей коррегирующими очками в случае, если имеется заключение врача-специалиста, по фактическим расходам, но не более 4000 рублей на компенсацию на каждого ребенка, у которого есть такие проблемы со зрением. Второе – это реализация права ребенка, сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, на компенсацию за ремонт жилого помещения, которое находится не в полной собственности ребенка, а в долевой собственности. Сегодня, к сожалению, наш закон 226 не предусматривал такой нормы, поэтому мы просим поддержать эту ситуацию, это полномочие в том числе.
И, наконец, третья тема, совершенно новая, но ее тоже необходимо рассматривать, это возможность продления выплат ежемесячных денежных средств на содержание детей при окончании опеки, когда наступает совершеннолетие у ребенка-сироты, в период обучения его в общеобразовательной организации. Но летний период на сегодня ребенок лишен материальной поддержки, поэтому мы просим вот этот период, в этот период также поддержки материальной обеспечить до момента поступления нашего ребенка-сироты в высшее учебное заведение или в колледж. Но все эти меры, они новые меры социальной поддержки, но они, безусловно, очень важны для детей-сирот. Сегодня в области проживает более 7,5 тысяч детей-сирот. Я не говорю сейчас о тех ребятах, которые проживают в детских домах, но вот те меры поддержки, которые я сейчас назвала, они будут касаться вот как раз тех ребят, которые, ну, имеют статус сироты или статус ребенка без попечения родителей. Прошу поддержать данный закон. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Есть ли вопросы к докладчику? Нет вопросов. Пожалуйста, Бирюков Сергей Евгеньевич. Уважаемые коллеги, на внеочередном заседании проект закона рассмотрен Комитетом по социальной политике и здравоохранению. К проекту закона имеется 13 согласованных поправок. Комитет рекомендует законодательному собранию принять данный проект закона в двух чтениях с учетом поправок. Спасибо большое. Есть ли депутаты, желающие выступить? Закон в первом чтении. Картохин Вячеслав Юрьевич, пожалуйста. Да. Владимир Николаевич, Вячеслав Павлович Кузин на связи. По поводу? Ну, Вячеслав, я просто хотел бы ему задать вопрос. Вячеслав Павловичу? Губернатор, да, как представитель. А, да, хорошо, пожалуйста. Вячеслав Павлович есть у нас? Приглашаем. Да, пожалуйста, Вячеслав Павлович. Вам вопрос как представителю губернатора хочет задать. Как представителю губернатора. Да. Конечно, конечно. Вячеслав Павлович. Как представителю губернатора. Я по улыбке вижу, что нет. Губернатор внес законопроект, какие проблемы. Представитель губернатора его докладывает. Да, проблем никаких нет, Вячеслав Павлович. Вы не представляете губернатора на заседание Заксобрания. Вопрос следующий. Вот я впервые за всю вот свою работу в законодательном собрании вижу документ, в котором поправки на 40 страницах почти, по двум документам. То есть качество проработки документов, на ваш взгляд, какое в администрации области? Вот ваше мнение. Вот я такое впервые вижу, честно вам говорю. Представитель администрации по этому вопросу, Ольга Беляева, она вам ответит на этот вопрос. Закон. Да, Александр, да, пожалуйста, ответьте. Я хочу пояснить. Все дело в том, что закон действительно готовился в течение полугода. И это очень сложный закон. То, что я его представляла быстро и кратко, это не значит, что он короткий. На самом деле 226 закон, принятый в 2004 году, фактически полностью переработан. С учетом всех замечаний, всех поправок, которые были сделаны в течение 16 лет. Поэтому, естественно, что там были, ну, много разногласий мы сняли. Некоторые поправки, вот те, о которых вы сейчас говорите, они в основном носят технический характер. Хотя, повторюсь, что полгода мы готовили этот закон. И я благодарю комитет, который тоже с нами вместе отрабатывал каждую позицию, каждый пункт. Владимир Николаевич нам помог в решении этого вопроса, чтобы наконец-то мы помощь, ту, которую должны дети получить, они получили, и этот закон наконец-то вышел на законодательное собрание. Это очень сложный текст и в плане юридическом, и в плане вообще социальном в том числе. Потому что до настоящего времени у нас даже остались некоторые проблемы, которые мы не пришли к консенсусу. Но, по крайней мере, мы надеемся на то, что вот социальная поддержка детей-сирот, она все-таки важнее, чем некие юридические нюансы. Все-таки важнее человек, чем какая-то там спорная ситуация. Да, спасибо за ответ, Ольга Александровна. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо, коллеги. Еще вопросы есть? Есть вопросы, коллеги?
Нет вопросов больше. Пожалуйста, Бирюков Сергей Евгеньевич. Я уже про 13 поправок говорил. Да. То есть комитет предлагает принять проект закона в двух чтениях с учетом поправок. 13 поправок. Спасибо. Так, коллеги, есть ли депутаты, желающие выступить по данному вопросу? Так, пожалуйста, нет. Значит, тогда переходим к голосованию. Закон в первом чтении, идет голосование. Тридцать за, против, воздержавшихся нет. 13 у нас согласованных поправок. Есть ли возражения по данным поправкам? Нет, идет голосование. За, против воздержавшихся нет. Закон о втором чтении, идет голосование. За, против воздержавшихся нет, плюс 2 голоса за. Следующий вопрос. О наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями по исполнению мер господдержки, гособеспечения и социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Я так понимаю, Александр, это в продолжении данного закона, да? Совершенно верно. В продолжении данного закона. Есть ли, коллеги, необходимость Ольги Александровны еще раз выступать? Нет. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Ну, нужные законы, понятно. Да, Вячеслав Павлович, Вячеслав Юрьевич Картухин, пожалуйста. Вопрос, да. Ольга Александровна, есть ли какие-то поправки? Насколько мне известно, есть поправки, все ли согласованы? Да, согласованы. С какого периода планируется вступление в силу закона? Ну, мы вообще просили, чтобы основная часть закона вступала в силу вот через 10 дней, ну, условно говоря, с июня месяца 2020 года. А методика, по которой будет производиться выплата по тем трем новым мерам поддержки, мы просили, чтобы она вступила в силу все-таки с 1 января 2020 года. Это обусловлено тем, что в бюджете 2020 года сумма средств на эти полномочия учтена в полном объеме. Более того, расчет по этим мерам поддержки, он уже произведен был в декабре месяце и вошел в закон о бюджете на 20-й, 21-й и 22-й текущий год, будущий год. Хорошо, это корректно по отношению к муниципальным образованиям? То, что вот, именно эта позиция является корректной. Именно эта позиция, потому что для муниципальных образований, вот если формально подходить, для них ничего не меняется, им передают полномочия в середине года. И они на это получают деньги, есть 27 миллионов, которые запланированы в том числе и на эти новые полномочия. А методика с 1 января 2020-го? Вот мы хотели, чтобы методика все-таки была с 1 января 2020 года, да, мы просили так. Но юристы законодательного собрания считают, что это неправильно будет. Ну, поэтому, ну, как вот есть, я и говорю, в этом у нас тоже на сегодня такие вот противоречия. Но они не противоречия, это просто вопрос. Ну, то есть это не согласовано все-таки. Данная позиция не согласована. Ну, да, она не согласована. Совершенно верно, да. Хорошо. С нами она пока не согласована. Спасибо. Нет вопросов? Да, пожалуйста, Бирюков
Пожалуйста, Бирюков Сергей Евгеньевич. Уважаемый Вадим Николаевич, коллеги, Ольга Александровна, ну, пользуясь случаем, спасибо Ольге Александровне за то, что она этот законопроект продвигает. Спасибо, что отметила работу комитета по доработке текста проекта закона. На внеочередном заседании проект закона представлен и был рассмотрен. Имеется 4 поправки. 3 внес губернатор и 1 внес я. Я прошу быть внимательным, депутатов. Поправка номер 1 внесена губернатором, поддержана комитетом. Поправка номер 2 внесена губернатором, поддержана комитетом. Поправка номер 3 внесена губернатором, это вот как раз по внесению сроков полномочий, не поддержана комитетом. И поправка номер 4 внесена мной, которая устраняет вот то противоречие, что основной закон у нас вступает в силу через 10 дней, а методика расчета субвенции с начала года. И поправка номер 4 моя поддержана комитетом. И комитет рекомендует законодательному собранию принять данный проект закона в 2 чтениях с учетом поправок, рекомендованных комитетом к принятию. Спасибо. Хорошо, коллеги, все понятно. Вопросы к Бирюкову Сергею Евгеньевичу есть? Сергей Евгеньевич, по-моему, он все доступно рассказал. Нет вопросов. Тогда есть ли депутаты, желающие выступить по данному вопросу? Нет. Переходим к голосованию, коллеги. Очень внимательно голосуем, потому что здесь много поправок, которые часть, значит, одна не рекомендована комитетом к отклонению, остальные все, вернее, 2 согласованные. То есть закон в первом чтении идет голосование. Сейчас мы по поправкам отдельно поговорим. Закон в первом чтении идет голосование. Тридцать два за. 2 согласованные поправки. Идет голосование, коллеги. Тридцать один за, против воздержавшихся нет. Коллеги, поправка 1, рекомендованная комитетом к отклонению. Поправка номер 3 в таблице поправок. Есть ли вопросы по данной поправке? Нет вопросов. Ну, в принципе, об этом уже говорилось. Вот Вячеслав Павлович Картохин, есть вопросы и желание выступить по данному вопросу? Пока еще Вячеслав Павлович. Я про Вячеслав Павловича все думаю. Да, я просто хотел бы, чтобы Ольга Александровна перед голосованием, по мотивам голосования, еще раз пояснила позицию, да, потому что комитет отклонил, я думаю, что депутатам надо еще раз разъяснить для понимания. Спасибо. Да, пожалуйста. Ольга Александровна, у вас микрофон. Микрофон. Да. Еще раз поясняю, почему мы настаиваем на своей вот этой позиции. Потому что расчет средств на 3 новые меры поддержки производился в декабре месяце. Он учтен в бюджете 2020, 2021, 2022 года. И, наверное, не совсем будет справедливо, если вот эти расчеты вступят в силу с 1 июня, условно говоря, 2020 года. Объясняю, почему не совсем справедливо и какая здесь может возникнуть коллизия. Мы только ее боимся. Мы волнуемся, что муниципальные органы управления наши, которые выполняют полномочия по опеке и попечительству, скажут: извините, те деньги, которые вы нам даете, а нам их не хватает. Вот надо, чтобы было больше денег. Например, они так говорят, и мы должны будем вернуться к началу года и на начало календарного года доказать, что именно по этой методике производился этот расчет. Понимаете, мы все равно вернемся к началу календарного года, а не будем смотреть на июньскую вот эту норму. Вот здесь есть, ну, некая, юристы говорят, что здесь есть некая такая
не совсем обоснованная часть вопроса, или лучше сказать, ответа на тот вопрос, который могут задать наши органы местного самоуправления, выполняющие переданные полномочия. Но это вот такой нюанс, который я как бы должна донести до всех, и вчера мы тоже на эту тему говорили. Возможно это, невозможно. Ну, сейчас... Хорошо, Александр, спасибо большое. Вот у нас начальник правового управления законодательного собрания, мы сейчас его подключаем. Да, да. Да, пожалуйста, дайте пояснение, пожалуйста. Я вот еще прошу выслушать. Уважаемые депутаты, дело в том, что здесь возникает очень интересная ситуация. Предлагается закон ввести в действие через 10 дней после его принятия, а отдельную часть закона с 1 января 2020 года. Дело в том, что, по нашему мнению, закон как раз является основанием для передачи отдельных финансовых средств органам местного самоуправления. И в то же время обязанности и ответственность органов местного самоуправления за исполнение отдельных государственных полномочий тоже наступает с момента принятия закона. И мы считаем, что неправильно устанавливать эту обязанность и ответственность органов местного самоуправления с 1 января 2020 года. Здравствуйте, такая позиция. Да. При отсутствии полномочий. Коллеги, есть ли какие-то вопросы к нашему руководителю правового управления? Нет вопросов? Ну, все понятно, в общем-то. Да, спасибо большое. Тогда есть еще какие-то вопросы к Ольге Санне, кому-то еще? Нет вопросов. Тогда поправка номер 3 рекомендована комитету к отклонению. Голосуем по данной поправке. Идет голосование. Пять за, 21 против, 5 воздержавшихся. Не проходит поправка. Следующая поправка не согласованная также субъекта права законодательной инициативы. Желает ли выступить Сергей Евгеньевич Бирюков по данной поправке и Ольга Санна Беляева? Пожалуйста, это номер 4 поправка. Пожалуйста, Сергей Евгеньевич Бирюков. Уважаемые коллеги, ну как я уже говорил, поправка номер 4, она как раз устраняет ту правовую коллизию, что у нас часть закона вступает в силу с 1 января 2020 года. И предлагается вступление закона в силу через 10 дней после принятия, как и, собственно, основной закон. Все очень просто. Спасибо большое. Александр, есть что-то добавить еще по данному? Нет, мы уже все объяснили. Все объяснили. Хорошо, тогда голосуем за данную поправку, идет голосование. За, 4 воздержались, коллеги. Плюс 2 голоса за. И закон во втором чтении с учетом всех принятых поправок. Идет голосование. За, против, нет, 1 воздержался. Спасибо, Александр. Спасибо так, вам. Спасибо. Следующий вопрос. По внесению изменений в статью 5 закона Владимирской области об отходах производства и потребления Владимирской области. Татьяна Львовна Клименко. Ну, коллеги, здесь тоже вопрос исключительно приводит в соответствие с федеральным законодательством. Есть ли необходимость заслушивать Татьяну Львовну? Никто не настаивает. Нет. Вопросы к докладчику есть? Вопросов нет. Антов Павел Генрихович, пожалуйста. Председатель комитета, пожалуйста. Павел Генрихович, фотографию вашу видим, а лица нет. Ну, не знаю. Все, включились. Угу.
решение комитета рекомендовать депутатам законодательного собрания Владимирской области принять закон Владимирской области о внесении изменений в статью 5 закона Владимирской области об отходах производства и потребления во Владимирской области в двух чтениях. Спасибо, Павел Генрихович. Есть ли депутаты, желающие выступить? Нет. Закон в первом чтении, идет голосование. Тридцать один за, против, воздержавшихся нет. Закон во втором чтении, идет голосование. Тридцать за, против, воздержавшихся нет. Следующий вопрос о внесении изменений в закон Владимирской области о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Нефедов Александр Ильянович. Пожалуйста, Александр. Уважаемые коллеги, данный проект закона разработан в целях реализации федерального закона 98 ФЗ от 1 апреля 2020 года. А меня слышно? Да. Все, спасибо. Комитет рекомендует принять закон в чтениях. Вопросы докладчику есть? Депутаты, желающие выступить? Закон в первом чтении, идет голосование. Тридцать за, против, воздержавшихся нет. Закон в втором чтении, идет голосование. Тридцать за, против, воздержавшихся нет. Плюс два голоса за. Коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Очередное заседание законодательного собрания объявляется закрытым. Следующее заседание законодательного собрания состоится 25 июня ориентировочно. Ну, очень бы хотелось, чтобы это было уже очное заседание законодательного собрания, но будем смотреть на коронавирус. Всем спасибо большое, до свидания.